Белка. Бедная белка. У нас человек 40-то есть в Таисе. Которые по четвертому. А чё ожидание сервера? А, всё. Я тебя забанили просто. Здорик. Он сидит с Броком и солитарит там. Чё, не будете его миссию запускать? Почему? Миссию включили всё? Нет, его миссию не будете запускать. Потом. В следующей неделе. Почему? На этой можно? На этой? Ну, имеется в виду сегодня. Что, может, сейчас подойдут? Что там еще? А сейчас в Москве сколько градусов? Все позвал, вот стало на 2 человека больше. Плюс 3 градуса, ну я не знаю, где все сидят. 3? В коллекторах. Плюс 3. Сейчас я, плюс 3. Я на улице было минус 2, я пошел в кофте и футболке. Тонкой кофте и футболке. Знаете, что я понял? Что чё-то мне холодно. Зачем это вспоминать? Он ты не забывал. Так я же к тому не вернулся, я пошел дальше. Обними Аздоника. С гордо поднятой головой, с застуженными сосками и... Да почему я должен это слышать? Паша, забань спитера. Пожалуйста. Мне противно. Мне холодно, майком, мне соски серьезно. Стали твердыми. А Аздоник согрей их своим язычком. Где там жалобу накатаешь? Господи. На форуме. Да, надо накатать. Так, что-то эти МП где-то залитно. Но она будет на второй. Да. А я фотолидера взял, потому что могу. Без тебя. Паша, я его кикну, окей, да? Я за. А причина? Ну блин, причина психопат какой-то. Неадекватный. Так у нас же причина. Еще не игры, у нас не игры еще. Какая разница в ТСе неадекват? В ТСе тоже правильно. Ты на себя тоже кикни. Ну я-то адекват, вроде бы. Медицинскую экспертизу еще никто не проходил. Не, я проводил, я в это военкомат же ходил. У меня есть, психолога есть, могу предоставить. Да ты к это все проплатил. Ну у меня ж мать медик, конечно. Я даже к нему не ходил ни разу. Короче, давайте занимаем слоты и по комнату. Поэтому не надо мне. Стой. Сейчас сюда спитер пойдет. Нет. А где Эпит? Ну, наверное, после машинок не отошел еще. Машинки, велосипеды. Я, кстати, весь просмотрел стрим. Почему это делает радар что-то там? В чем прикол у этого слота? А, я не знаю. Ни в чем просто. Просто радар. Просто. Сколько лет там тебя обседает какой-то спидер? А что нас так мало, Паш? Почему ты забанил что-ли все? А, видимо, они посмотрели, что форум не работает. И решили, наверное, игры не будет. Почему меня в час дня, когда у меня в 3, высветилось оповещение, что типа игры начинаются? Опять я с ним что-то химичит. Это я, видимо, неправильно поставил. А, это уже ты что-то химичишь. Да. А у тебя с Москвой какая разница? Час минус. То есть у меня 12 Москвы час. Угу. Пойду носочки один, что я занес. А Аздоник не приходит. А люди еще заходят. Ну, они, видимо, еще где-то шарятся. Я пока с расписанием этим разберусь. Что-то действительно я поставил вроде бы 4 часа. Что ты поставил вопрос. По своему времени?
Он 4 часа по моему ставит, получается. То есть мне по своему надо ставить реальному времени. У тебя игры во сколько начинаются? 7. Это от Москвы 3, да? Да. 4 для тебя. То есть я 4 поставил, а ты говоришь, во сколько? Ну, по-моему, в час у меня нели были. То есть как бы 2 от Москвы. То есть у меня стоит 4:00 PM. Сейчас я посмотрю точнее, во сколько мне высветилось. Да, в час у меня высветилось вновь. Странно, как-то непонятно. Может, у нас с Москвой 4 часа разница, блин? Нет, это у меня 4. Может, это просто непонятно. Стрим поехавший. Вероятно. У них же еврейский календарь начала недели. Как в еврейском государстве. Понедельник это воскресенье. У нас начало недели, у них нет, у них воскресенье начало недели. Ну. Ну Гейб, кто еврей явно. Он же, потому что сейчас Steam, пока игру не купишь, даже друзья добавлять не можешь. Добрый день. Искать ничего не можешь и все такое. Так это против этих ботов. Ну, блин. Ты можешь бесплатно игру набрать, да и все. Ну, у меня пельмяник, он бесплатную игру себе взял, и чё? Пельмяник? Не у меня есть пельмяник и пельмянец, вот родилась, вот. Пельмяник. Ты съел? Сестра родила 30... Ой, сестра родила 30 числа. Вот, 30-го. Ну, 30-го, что сейчас было, сентября? Как они тебе? Да я еще даже не видел пельмяницу. Пельмяницу? Да, сейчас пельмянец. Пельмянник уже сколько лет? 9, сколько? Пельмяник. Сразу видно, что парень испытывает гастрономический интерес к своему. Да. Потому что моя сестра сказала, что я инфекционный, и что я все их заражаю, и все. Инфекционный? Это обидно, на самом деле, звучит. Да, я сказал, какой офиг, и все, и не прихожу. Понятно. И ты все, никогда не будешь проходить. У меня только сопельки, и все. Сопельки? Сопельки. Что за их меня греет по ночам? Пельмяники с сопельками. Да-да. Какие пельмяники с сопельками? Это что за блюдо? Это как маринованный мозг. Кстати, вкусно. Хватит. Баланс классный. Что ты хотел? Желаю всем мужчинам пройти афганскую войну. Где? На Украине. Афганская война на Украине. Логично, логично. Ты что за дурацкие вопросы задаешь? Что-то там Аздоник раскидывает своих туда-сюда. Парень как начал на боге играть, стал тактикуемым очень. А вам имя Ибрагим о чем-нибудь говорит? Да? А вам имя Ибрагим о чем-нибудь говорит? Прекрасное имя, Аллах Акбар. Да не, нормальное имя, серьезно. Ну, типа, ничего такого. Это сейчас просто вспомнил видео очень старое. Это ж не Егор, например. Не Эдик. Это прекрасное имя, Аллах Акбар. Не Тарас. Какой интересный УАВ отряд, рандом. А, пожалуйста, еще было. Тактичные здорово. Ребята. Здорово. Привет, кто пришел? Йода пришел. Йода да. Пришел, еще Рэм пришел. Все, пришел. Что надо, все пришли. Так, ну все, да. Аллах Акбар. Так, у нас нет, у нас Йода нет. Ну, это, а, не, Йода, US Army Officer. Синие здесь все. ПЗ, Крабда, Неваляшка и Рэм с Рожком. Да нам больше ничего не надо.
больше ничего. Вот давай, вот рандом, отряд рандом поставил, в итоге умирает первым всегда. О, все, я буду альфа тем лидером, все, я понял. Я понял свое предназначение. Альфа тем лидер. Ну, кстати, да, сегодня придется кому-то командование делением брать на себя, потому что у меня травма. Я язык. Мяса не хватило мне, короче, я укусил язык себе, у меня там слегка припухло. Голодные времена. Да, голодные времена. Голодные игры. Поэтому да, у меня. Я 4 укусил свою щеку. У меня слюнатики, я не могу нормально говорить долго. Это ужасно. Репит не пришел, что ли? Ну я вам спросил, ждать, не ждать, он. Он, наверное, на велосипеде катается. Опять. Воткни ему колеса в воскресенье. Да скоро пас. Закончится вафа, скоро снег выпадет, перестанет кататься. У меня знакомый человек, он летом не катался. Началась зима, он купил себе велик и начал кататься зимой. Читаем заметки. Заметки для лохов. Почему командир отделения какое-то говно оружие? Алло. М16А2, серьезно? М16А4. Да, кстати, учтите, у них у всех винторезы и валы. А эти штуки практически ваншотные. Валы. Я, пожалуй, перезаду обратно за гренадера, у него хотя бы получше было. Ты полутай его потом, че-то сразу. Да, какой плюс командира, только ДВшка на спине и все. Я ничего, понимаешь, ты командир, не должно быть. Кстати, советую это, быстро занимать позиции. Да. Они и близко спавнят. А ты лучше любишь спереди или сзади? Блять. Позиции. Привет. Привет. Здорово. Еще не начинаете? Здорово. Опоздал малюк. Ну, у нас брифинг идет. Брифинг. А, ну успею зайти. Тут, брифинг. Аллах. Ну и шо? Где тут какие позиции есть? Оружие просто идеальное. Ну, ты же, не валяешь, смотрел, там я все под наклоном в 30 градусов. И ужаснул, там неплохо стало. Там такая дичь просто, вы понимаете, вы подходите, и там казарма такая, вот как будто, как Титаник. Не, я сперва старался каждый объект, это смотрел, как он выглядит, а потом меня, честно, подзаебало. Что там вода делает? Так, вода, лес, запретная зона. Да так что тут, это какое-то географическое... Это чего? Там новый объект или что это за прикол такой? Это... Да. Что за лес? Там лес это... не знаю какой. Нужно представлять себе... Березы? Ну, на подсознании, что это лес, тут вода. А почему? Там какой-то... Вода там, короче, как бассейном прямоугольный. Вода так рисуется. Бассейном. Бассейном там просто. Купаться в бассейн. Там пороси такие купаются в грязи. Тут стенка между ними, смотрите. Граждане, говорю, на 30 минут... Короче, стоит спитер и грустит, то, что не может до свинюшки доползти и зажарить. Люблю жарить свинюшек. Я не понял суть, смотрите. В ограничении общей информации есть оборона выигрывает, если через 50 минут то-то, то-то. Ой, а дальше пишется, всего на выполнение задания отводится 30 минут. Считай и... Не знаю даже. Ты читы такие, да? Нам за синюю выходить нельзя. А кто миссию нуклеер? Нельзя. Жует микрофон. Зачем там вода? О, я жую, сорян. Приятного аппетита. Ну, чтоб люди там не пошли, я же на кайте, нет. Нуклеер, привет. То бишь, если люди туда пойдут, утонут. Не, ну там... Что там лес делают? Там есть вода, но на карте она не показана. И чтоб люди не пошли туда, я специально отметил. А там, где лес, там на карте не показано, но там есть лес. Да. Ясно. Там же на карте показано зеленое. Суть зерно. В чем, короче, все миссии? В том, что нам лучше с базы не выходить, так как у них ПНВ, у нас, я так понял, ПНВ не особо есть, много. У нас ПНВ есть. А, кстати, есть, но при этом у них вау, и которые с елки стреляют бесшумно, мы просто будем ощущать боль. Блин, одну пулю и умирать. Если зайти в мой отряд, то видно, что спит этот командир и гренадер. Мы будем ощущать боль. И копченые ноги под собой. Да. Так я иду курить, а то, блин, это просто капец какой-то. Ну, слышу, первый раз мы такая хрень видишь на карте, елка и вода. Блин, команды, короче. Капец какой-то. Это ужас, я иду покурю, блин. Как будто пух. Это нуклир. Может, наоборот? Блин, команды, ты у нас там главный, короче. Я же командир. Че главный-то, я пулеметчик.
Ну, а выше тебя моё никого нету. Моё дело стрелять, тра-та-та-та-та. Так, давайте делаем тогда так. Чарли держит запад и юг. Браво держит север и запад, восток. А мы сидим на вышке телебашни. А вы... сверху всех, кто да. проходит. Да. Так вы Чарли же. Ничего не понятно. Давайте нарисуем зоны, как оказывается. Вот стрелочки это их спал. Кто тут слип? Кто-то дует. Ворон, хватит дуть. Ой. Они в разных местах спавнятся, да? Да, там Т, и три точки. Бинс. 400 метров. Ну да, они быстро пойдут. Они через лес могут идти, да? Ящиков нет, поэтому даже не ищем. Надо было тогда в 50, чтобы сразу термал. И да, сайт, видимо, там админ. Враг на канале. Ну, слава врагам, но да. Это, оборону выиграть, если через 50 минут после начала миссии уцелеть трипыры, а я всего помню, на миссию 30 минут. Я не помню. Доник только прочитал. Что, как бы? Я не помню, как. Доник, открой миссию, пока сидишь. 30 или 50? Я не помню. Открой миссию. Ты ни к чему. Ладно, давайте начнем. Сейчас посмотрю. Через 50 минут там никого уже не будет. Месяцы на 5 минут, блин. Ну откуда? Может мы будем держать зону очень, очень плотно, очень хорошо. Если у них вал, там одно Ой. Попадание, это труп. У меня плохие новости. А мы из них, у них пульс пулемёта. Я не умею считать, и у меня 30 минут, это 1600 секунд. Молодец. То есть у нас 26,5 минут. Нормально. Это лучше. А, то есть надо продержаться надо. Главное, врагам не говорите об этом. Они будут считать, что у нас 50 минут. Скажите им, что 50 минут. Ты чего, курски стёк? Фа-за-за-за-за-за-за потом. Короче, по заданию РВС они должны взорвать и машину связи. Машина связи как выглядит? Бика. Лавка. Это лавка. Лавка КШМ. Лавка КШМ. О, круто. 6 или 8 плюсиков, уже не помню. 6. У нас с двух сетчелов, по-моему, такой бум-бумкает. Не знаю. В колдваре я ее сапром собахал. Ну, это колдвар, понятно. А зачем это под красным? Почему? Что там такое? Потом узнаете. Потому что у миссии есть еще часть вторая. Есть еще часть третья. Там опять, не знаю, 5 минут это... Вода в аэропорту нет, есть? Там много там будет. Вода в аэропорту есть? Что? И лес. Лес и вода. Почему возле аэропорта нет воды и леса? Ну тебе зачем туда смотреть? Тебе не надо туда смотреть. Мы там не воюем. А вдруг нас перебросят по приказу штаба? Я... Дальше синего круга вы не выйдете. В чистом поле вода, да? Я тоже офигел, когда увидел, что там вода, честно. Поэтому я решил, ну что пацаны не заблудились и вплавь не пошли. Я решил нарисовать. Ну а лес-то зачем надо было обозначать? Ну чтобы они знали, что там лес. Там чистое поле, вдруг они там пойдут. Надо было сноску сделать, что зеленые вот эти пятна это лес. Зачем этот квадрат, блин? А тут такое впечатление, что только в квадрате леса, больше леса нет. Да. Остальное все пустыня. Жесть, я жуть. Это как на воскресенье, там много. Когда я делал эту миссию, у меня была температура 38,5. Это... Ну, заметно. Да. Теперь у нас эта температура. За ней точки. Причем вот только в одном месте, да? А ну клир. Да. Зелеными полосочками вокруг нас ров нарисуй. Зачем? Не верят. Что? Синими полосочками ров нарисую так вокруг нас. И кто устраняет? Водичка, вода вокруг. Вода, да, ров с водой. Это гениально, слушай. Ну воду, по-моему, нельзя добавить, да? Объектом. Кто-то в чурочках играет. Можно вообще-то, там есть такие объекты. Да, это замок, я замок рисую вокруг нас, ребят. Ну типа до танка через ров так, такой. А здание не кричает твоих. Надо поискать. Господи. Запах. Ну. Да нормально?
ночь светит луна. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра, убили. Ни за что не прошло, ничего не было. Тут слышь. Ворон на связи. Да? Чем мы сами по себе? Проверка КВ. Вы к Чарли прибейтесь, у них там малочисленное очень деление. Слышишь, Ворон? Так, ну все, занимаем позиции наши, это север и восток. Зачем? Здесь, давайте, здесь 100 метров. Блин. Быстрее, 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 быстрее. Не тупи. Что у нас еще за север-восток? Я уже их чувствую. Они за... Северо-восток, ПЗ? Север и восток. Наша зона прикрытия. Прием, вы заняли позицию? Мы тут один пока что. Понял. Ну, пока наблюдайте южную и западную сторону, чтобы оттуда не пришло. Мы уже свои позиции заняли. Мы пытаемся вход найти на эту вышку. Понял. Заняли позиции, прием? Да. Понял, все, мы тоже задняя позиция. Север и запад прикрываем. Каркадыч, не кричи, ты громкий очень. Дай на шепот. Главное своих не пострелять. Можем выходить. А, РЛС я, кстати, вижу. Как она выглядит? Так, криво поставленная, а радар обычный, да? 1.84, по-моему. Тут все криво построено. Да, здесь вообще так от души накидал. Позиции все заняли? Банкер, ты дел. Там градусов 5 от силы. Он тащил. Вы периметры-то наблюдаете, да? А вы эти гребаные костры потушите, а то они ж горят. Банкер горит. Трава загорит. Еще в лесной пошел достроить и сгорим все. Почему некоторые до сих пор бегают, я понять не могу. Костры тут. Нахуй шо. Тихо. Бан. Я в общем возле бункера двухэтажного буду от него говорить. Что с этой вышкой-то, ё-моё? Что с ней, боже? Это дело ни о чём. Сделаем. Крим бан. Чёрт. Почему спитер меня бесит? Народ, куда я поднимаюсь? Почему тут трава такая высокая? Трава правильная. Чтоб лучше видеть сквозь траву, зайдите в настройки, отток, и там выберите грас, что-то такое. Можно сквозь траву смотреть. 4.
4 параметра. Выбрать какой параметр? Атос, чаток. Боже, как она еще посмотрела, текстуры просто. У меня вообще все выключено. А трава тогда такая какая-то некрасивая, из нее, сквозь нее нельзя смотреть. Стрельба на сервере. У вас стрельба? Проделка. Ты из наших стрелял? Это наши стреляли? Да, наши. МК. Нет, известно кто наши? Свои, это ложный огонь, просто самострел. На севере от базы метров 250 вижу перемещение одиночных каких-то пехотов. Может даже свои. Они не могут же выйти, наш мет там вариант стоит. Нет, выйти не могут из круга, который диаметром метров 600-700. Бегает 250 метров. Подошли к северу. Севера, три человека. Три человека от вышки, север. На севере сколько метров? Да вообще метров 50. Кидаю гранату. Смотрите, где взрывается. У нас русские у нас. Хорош. Как поняли, у нас русские. На северо-западном фланге. Да, да, кажется, русские, да. Да, русские. Все, ГПХ нет. Это наши били ГПХ, ну? Да. Что-то ты в базу внутрь был. Ваншотные винторезы. А, хата. Да меня он убил. Нет, не успел. Эти винторезы, это просто жесть.
Кого я убил? Никто не знает. Бегал там один с эмкой в тылу. Угу. Ну, это варвар, наверное, там был. Как ворон меня спалил, мне интересно. Ну, у вас, в принципе, ночь лунная, с ПНВ вообще просто шикарно видно, как вы там шевелитесь. Нет, я с ПНВ гонял, мне нормально все видно было. То есть, ну, меня, блядь, из-за этого... Не, видно, видно хорошо, видно да, хорошо. Да. У них что, ПНВ есть, да? Ну, да? У них есть, да. А на этих, на стволах? Нет, на... С ПСЛ не работает. Пол, они уже близко подошли. Не, в винторезе вообще зверюги. Старик нам подошли. Я даже не слышу, как они подошли. То есть я выглядываю, смотрю, 5 человек примерно стоит на хоумике такие стоят в лунном свете. Я вообще в шоке ему. Так, понятно. Север, да. Ворон, как ты меня убил? Это, я вообще своих сейчас стрелял или кого? Чужих попал, тут что-то издалека как-то столько елок увидал. Так вы там эти толпы шкирились, короче, я кричал свои не свои, потом начал стрелять по всем. Твои не свои, блядь. Это как в рации кто-то там, кто Брок, по-моему, блядь. Кто бежал сейчас упал? И упал, говорит, блядь. Все бегут и падают, ну. На, да, это врагу подстрелял. ТП-шки у вас, я так понял, нет самое, не убил никого. Эти GPS-ы не работают нифига. Вообще не открывают. Вообще полная дезориентация. Кривые. Вместо может, GPS-а он выдал кривые. Карта открывается. Не, ну по карте мы сориентировались. Наверное, выдал сломанный GPS, как хотел, вместо обычного. Так бы с GPS-ом-то вообще бы круто было тут. Вообще, это 85-й год, какой, блин, GPS? Спутников. Там, если он и был, то он как грузовик размером. Да-да-да-да. А еще в 85-м строить не умели, поэтому вышки торчат там под углами. И не падают. Да. Че, двоих убил? Ну... Да все, мы в принципе зашли вон все. Ну так не взрываете только что-то. Ну да. Так подобраться же надо к этому. То он как-то криво эти казармы поставил. Да нормально, нормально, все хорошо. Так и надо. Да, вам хорошо обороняться, а нам этот нападать. Нифига себе, у вас витарезы ваншотные. Нет, падения ни одной боевой гранаты не было. Не было гранат? Что-то по нам летели гранаты. Были дымовые. Да, тут дымовые. Ну, надо сказать нуклееру, чтоб да. И кто меня убил? Откуда? Чё-то тебя прям выстрел так откуда-то. Снова выстрел убили. Сейчас чики-брики убьют. Гонза поймал маслину. Слышники, я смотрю, они какие-то новые, как вороны, ковальки тоже люди. Кого накрыло там? Гонза. Не, еще кого-то. Не видел. Так и знал, что не надо вставать. А, Каркарыч. Меня убило, да. Здесь трава хорошая, лучше лежать. Да-да, да. Ну я хорошо залег. Мне сквозь траву было видно, кто бегает. Ну пока у атаки перевес. Ну, вот времени маловато. В лесу гонял, я его, блин, голову увидел, просто две пульки выпустил, вроде убил. Эй. Все? Пыль из него выбили? А, вот теперь мёртв.
целого русского убил. Откуда гонка? Нет, он живой еще, он синенький, у меня маркер живой. Да, он живой. Фига себе, по нему винтарь задолбят, ему вообще пофигу. Кому? Гонза. По нему калаш стрелял. Че это солитарий без звука умер? Или че это с ним? Самого выпилил. Он упал. Бей его. А он раненый, наверное. Он раненый, да? Да. И он не умер. Я взял трофейный не дошло интерес, до него, то что он это все хочет пролутать. А, воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу. Он в этот... как он? Бак, да, как он называется? Фикс-бак или что? Угу. Фейзер. Подскочил, а кто его не добил-то? Вы смотрите, этого Рус Фокса включите. Вышка стоит на склоне. Да-да-да. Вышка на склоне. Рус Фокс. О, Йода. А чё он? Ну, Йода, Йода двоих принял. Ой, бля, ну, Рэм. Пофиг, бежит. Потому ну, блин, русский американец, конечно, свой. Я не понял, но он стреляет на направлении. Странные идут. Если они перестанут стрелять, они... Сзади к нему дойдут. Уже подошли. Угу. Там стенка, по-моему. Он их слышит, мне кажется. Да они его поняли, где он. А он хорошо лежит. Чего не прострелить не могут? А ёлка не прострелит. Ёлка бронирована. Блядь. Ой, если сейчас маслит. Рэм и Рэм. Ну двоих убил зато. Да. Убил я их там. Не убил. Ну почему? Двоих убил. Тех, кто тебе подошли, никого, а двоих тех, кто из севера убил. Макулер, ты уже все? Да. Слушай, атака говорит гранат нет. Атака говорит гранат нет. GPS не работает. А он должен быть? И GPS сломанный, да. А как он, мы же не работаем. И вообще, по идее, по времени не должно быть. Ну, ГРУ, все дела, нанотехнологии. Нанотехнологии, не работающий GPS. Не, ну гранат вроде это... Пойма я так задумывал. Одни дымовые были. Пойма я так задумывал. Типа, тайная операция. Дымовыми убивать. Да. Вова, мать, да, дымовые гранаты. Да, да, да. Кинул стенку дымовую и сломал ее. Да. Чё они не взрывают? Может этот не пойму, что делать. А зоник остался. Вы там уже читали брифинг? Поняли, ну, да. Что делать? Ну. Чё взрывать надо? Спитера где? Где спитер? Этот. Спитер сам взрывает. И радар. А, ну и радар, да. РЛС, во. Да-да-да. Может бояться просто. Ну да, сунуться получит людей. Ну вообще да, тут у радара можно засесть и все. А я что-то кшемку не вижу, она где? Ну, а, в смысле? Вижу. Да, сложно не заметить. Вижу. И вон Брок как раз к ней ползет. Правда, он по мне видит. И уползает. Да, не видит. Зато слышит, он там какие-то звуки издает. Слышит. Куда он ползет? К своим, что ли? Труп. Вот эти. Не, там... О. Там раненый, бах. По-моему, этот... Гонза лежит. Гонза уже все. Тут дед вообще в этом... А, он раненый. Он раненый. Не, Гонза раненый. А, Гонза вообще в другом месте. Вообще, один. Было бы забавно, если Спитер никого не заметил, его не заметили бы, и его взорвали нахер. И взорвут все. Да, наверное, вместе с ним и взорвут. Было бы забавно, если бы заминировали, таки отошли, Спитер в это время разминировал. Они нажимают, они понимают,
коза на базе стоит, видели? Ее же, по-моему, с дистанционным же можно разминировать, а вот с этим, с фитилем уже нет. Да почему фитилем, да, ставит? Потушить нельзя. Почему его просто не выдернуть фитиль, я не понимаю. Когда я сделаю, почему его бомбу взять, не выкинуть. Ну, кстати, да, можно взять в руки и унести. Или вражескую не получится сказать. Поднять. Лично не. Спидера хватит, чтобы открыть. Пацаны, взрывайте, ну. Что там спидер ползает? Он где стоишь? Лежачий воина, короче. Угу. А Доник, видимо, решиться не может. Он думает, там еще осталось. Как же, блин, я так правильно думаю. Да все нормально, 6 минут осталось, даже 5. Как же я, блин, так обсчитался? Все правильно, не, нормально. Да еще... Подкрепление просто подошли чуть-чуть раньше. Пробок на дорогах не было. На посту не спали. Че у них половина команды ползает? Без ног, что ли? Да нет. Он военный, спринтует. Так. Аздоник побежал, нервы не выдержали. Ой, все. Сейчас, бум, промеж глаз. Да, вроде бы некому сказать. Спитер просматривает, да. Ну, я думаю, вот что хочет сделать, он сейчас шахит вариант хочет сделать. Аздоник-то? А, он да. Типа несетые? Оооо. Он сейчас себе фитиль подожжет, подбежит, поставит. Это он классно поставит. Поэтому. А, там же на колесико бросается бомба, вот он и да. Это. Да там даже можно, по-моему, быстро он побежать. Он ещё как-то взвёл, он стоял. Может, на взрыватель поставил. А он её взвёл? Понятно, да, да. Ну, да. Как видишь. Не сгорел? А это чё взорвало? Граната. Ствол, а зато граната? Вот так. Студента убило. Добавили ему. Последняя линия обороны. Самая толстая. Сейчас затащит. Сейчас ФПС украдет и все. Так еще там кто-то. А, этот. Оби фиг. Оби, ну. Оби фикс. Сейчас он козу испугается. Весел такой. Вы там коза есть? Да, да, там эти козы бегают по горам. Мы такие идем, коза, блин, бея. Я такой. Гранатами козу позади спидера закидывает. Ну, прикольно. Дымы кидывает. Блин, в принципе, можно таким же образом со стороны здоровенной вышки забежать к спитеру, бросить ее и бежать. Да, да. Даже не бросить, а просто умереть. Умереть, да, она сама взорвется. Суть в том, что у них 3 минуты, они не успевают. Ну, если постараются. 2.5. А, во, они толпой идут. Суицидники, ну. Все суицидники, все суицидники. Спитер такой выжирает. Просто инфу. Спитер, лянь, а? Граната, граната! Сразу все убегают. Бля, все убежали. Убеги, Вася, обойди его! Слева обходи, да? Сбоку заходи. Спитер вообще просто закинул гранату и всех положил. Да. Но он их слышал. Ну, нахуй, я думаю, стрелили. О, еще? А так же он обе фикс делает, ну чё он? Операция провалена. Ну, они же могут просто взорвать. Ай, всё. Ну, хуйра, интересно получилось. Вот, фикс, ну, убей, ты чё ты, АВ, давай, убивай. Одна пуля, и всё, он труп. Взрывай себе. Спитер меня убил, да? Вот дурак. Вот, а он. Этот перевязывает, вовремя. Что это? Спитер сейчас затащит. Поищи. Ники перевязывает. Я ладно, убил второго, блин. Подождите, а если Спитер враг, почему я имя его увидел? Сколько надо? 3 штуки или сколько? Блин, сколько я там убил человек? Не знаю. Ну, как бы видно. А то я как-то... Моя гранатка зашла хорошо? Да, да, меня сознание... Вообще просто... Блин, чувак, вижу вот дальнего, целись по нему, вижу, вперед убегает, блин, попадаешь. Я что-то пропустил?
Вас Дони только будет, говорит, похоже. Все подходите, кладите всю взрывчатку. Нет, я слышал, Дони орёт, все взрываем, я кидаю гранату туда. Ну, она не взрывает, нет? Ну, 40 секунд. То есть на нормале так пошла, да? Посидел. Она так не взорвется, по-моему. Взорвётся. Блин, арма погибла. Ну стреляй, стреляй в нее. Ну че у них еще раз нет, что ли? Они ее сейчас сломают пулькой, ахаха. Все, короче. Кина не будет, говорит. А что, у них нет взрывчатки, что ли? Этот же заминировал на дистанционной, походу. А, так можно взять. Ну и крылья. Вырубился, вы что, меня не видели? Ей! Щит, чётко. Тителька в тительку. Ну так троих убил, одного скажи своего убил. Да. Открыл инфу про 26 минут, стопудово. Как дела? За 2 минуты успели взорвать. Да, так, что мы сейчас включим? Ту, которую должны были? Кто победил? Атака. Аздоник. Что-то я в упор не вижу эту миссию Аздоника. Нормально так. Спитер, а чё я и не был потерявшийся без вести как в прошлый раз? Ух, круто, прям вообще. А кто этого спитера так с разбегу расстрелял у мата? Я. Не, просто понимаешь, за РЛС, который сидел, это я забежал. Я смотрю, как лежат, ну все, я понимаю, что он там. Выхожу и просто с бедра. Нет, просто понимаешь, Аздоник, я целился в то место, куда хотел выбежать, вижу, залекать парень бежит. Целюсь по нему, вижу, ты подбегаешь и не успел. Оборона БСС, атака, отстрел, МСВ, МПТ, СТ. Я Аздоник не закинул. Вернее, закинул, но она почему-то не видна мне в этом. Потом разбираться. Ну ладно, тут просто не будет лечения у всех. Медики нужны. Медики не хотят. Аздоник заблудился, не знаю. Че? Ты кажется, заблудился, мне кажется. Ну в ПВП отстреле, не? Ребят, понял. Че за техника, Аздоник? Танк Т-72, БМП-2. Два БТРа и, и миномет. Урал и УАЗ. Пойду просто рассчитывал, что побольше будет. Можем договориться там поменьше техники. У нас вообще только БМД и БТР. Но рассчитывал, что как бы, ну, будет много людей. Ну, раз так, то я не знаю. Кстати, я там лежал с сломанными ногами. За куда? Мы за красных. Ребят, а да. Кто был в казармах? Обе фикс. Кто-то в казармах? Нет, студент там был в казарме. И Обификс по комнате. Я сидел там. Я забегаю. Я не водил. Миклер, нам нужен водитель в танк. Ну я хочу на БМПшке, очень хочу. На чем? На БМПшке. А не в БМП? Да, в отрядах есть БМПшка. Есть БМП, есть два БТРа, есть танк. А где БМП? Я БМП тогда тоже взял. А, там уже взяли, ну ладно. Ну, хороший вопрос, кстати, где БМП, блядь, не написано. Ну вон, если. Ну вон члены экипажа. Там члены экипажа, а где БМП, где БТР? А там, видимо, ограничения только по классу. То есть, короче, занимаешь это члены экипажа. Я? И, да, и садишься куда угодно. Накатите нам, пожалуйста, водителя на танчик, было бы круто. На БМПшку тоже неплохо. Нет. Это прогать хотят. Ну там как бы надо квадрат удержать, как понял. Мы в атаке. На украинской армии. Да. Мы в атаке, ё-моё. Я будем этих гепаров резать. Что такое полтора... А, это баланс. А чё опять все сдохли? Чё вы все сдыхаете? Всегда я один остаюсь, вообще ужас. Ты залезаешь в какую-то непонятную... Питер. Так я сидел прямо на... прямо на нём. Пойдёшь к нам стрелком? Ой, в этом, водителем, в танк. Танк, водителем? У красных есть птуры. Спитер? Так, у вас зачем так много людей? У них БМД есть, у них СПГ есть, у них ЭГС есть, по крайней мере, ту версию, которую... БМД. И нам с Вороном нужен водитель, очень нужен. Да, что я иду к вам. Кто-нибудь возьмите, все равно у них БМДшка с ним сложно. ГПшка в задницу, например. С Питера все в одно место. Реально ее вынесли ГПшку в задницу, я помню, на миссии.
Что-то я грущу. Слушайте, почему я вот на спитера навел автомат, и у меня арма зеленым ник его пишет, хотя он враг. Ты не так по нику определяй, по форме определяй. По форме. В темноте еще. Ну я своим чувствую. Человек, у него какой-то медик, медик это вообще бот, по сути. Не знаю, кто там перезашел. Просто всю игру играл, в итоге там только по этим никам и своих и узнавал по кустам. Не, ну я чувака убил своего вина с пулеметом, там был какой-то. Забегаю, нет. Зеленый ник, как будто я его сделал. Не, кстати, по-моему, там, когда показываешь, на раненый лежит, 300-й враг. Да-да-да. Ты на него наводишься примерно куда-то там, я не знаю, в середину тела, там, в пузо, там, в пупок куда-то, и он показывает тебе зеленый ник, потому что он живой. РМ. Да. Бери пулеметчика у 1-1-Б. Все, отделение отрёт, просто чем полнее мы одно отделение забьем, тем лучше будет. Там он, Паша. Ребят, никого не убивали, одним выстрелом в голову, нет? С пулеметом. Стоял в полный рост. Так, отойду на секунду. Просто не знаю, чувак стоит полный рост посреди поля. МСВшникам надо перестать кучковаться, на самом деле. Как-нибудь... Одиночек надо к нам перекинуть с красных, потому что не был ланс. Туда да желательно на 7.62 пулемет, блин, а не 5.45. На полтора, на два, к двум. Толку от того, что я там поливал, блин, в эти... Я, конечно, двух убил, там, блин, субсиму там еще было целую кучу народа. На том фланге больше никого не было. Не было. Ну или здесь в упор, когда ко мне кто-то пришел. Ну это да, это... Я проебал, грубо говоря, типа. Да там, блин, я просто с разворота там, с вертухи, блин, ему. Если бы был 7.62, тоже одна пуля и до свидания. Не собирай кишки, называется. А тут этот 5.45, это 2.49, это вообще говнище, по-моему. Надо было, конечно, ГПХи поэкономить, вон в конце помогли мне ГПХи. Ну, клево. У них есть КСВК, что ли? Что? Интересно получилось. У них какой-то КЛ МК. Ты меня в своем 249 ранил, а я тебя убил с Павла. Белка? Павл уж ваншот. Нет, я не белка. Это воин, военный. Воин. Так мы украинцы, у нас все воины там. Идил. КЛМК, Костромской лесомеханический колледж, ясно. Че? Типа камуфляж. КЛМК. Сайт от стрела упал. Уже давно. Тихо, ладно. Ну хотя бы сайт, а не что-нибудь другое. На сайте все равно никто не сидит. Бля, как я тебя ранил, у тебя только одна голова торчала. А, нет, Паши еще. Так, все, и тут. Балансе, чтобы было, как написано, полтора к двум. Да ладно тебе. Да ладно. У них до хера всякого просто. Если то они там инвалиды, по полчеловека считаются, поэтому давай еще будешь. Да нормально, пусть. Мне водила нужен. Давайте мне водилу. Так, короче, вперед. Нет. А, давайте я выберу, можно я выберу? Нет. Ну для баланса. Спитер хороший водитель. Да. Нет. Нам с красок надо. Умеет кто-нибудь мины минометные снаряжать? Один человек нужен. Да умею. Но там через банк, же меню. Берешь? Да. По крайней мере. Просто в одиночку я весь БК с миномета буду долго расстреливать. Пару минут, ну, а так? По сути, если все вынесли, поставить так можно, быстро делать хочу. А если один человек бы рядом стоял, мы бы отстреляли там за 30 секунд весь БК. Ты не хочешь быть стрелком на танке? Кто не хочет быть целиком на танке? Я хочу. Варя. А, вот Варя. А минометчик один справится или еще нужно? Один нуклеин. Нуклеин, ты в миномете? Я Валя. На БМП. Не валяк, тебе нужны БМП? Минометчики еще? Я БМП, я забил. Мне бы одного человека, и желательно, чтобы кто-то взял члена экипажа, там, БМП. Ладно, я БМПшку возьму, все. Я водителем пойду. А, все, вижу. Спасибо. Люблю гореть в БМП. А мы украинская армия, да?
Да. Вы насколько мой... ты помнишь? Ну, мы уже проиграли. Да? Со мной происходит дикий трешак, когда я в БМП. Да, и главное. Мы с тобой тогда хорошо прокатались, тогда да, прокатились. Мы... Там всем у нас несут. Орёт и все. Я не хотел умирать. И кричит не тот азимут. Нет, я тот азимут всегда ничего не знаю. Так, ну что там не валишь, хотя бы как откуда идем? Я оба план. Строим этим ровно. Надо посмотреть, что у нас по технике есть. Танк и БМП одна, да? Да. Ладно. Ну, почему столько прикольно, что в арбе знает. Один стоит возле нее. Другой ложится прямо на нее. Убивает того, кто стоит возле нее. Ебало завали. Это арма. Тут нельзя нормально, это титр. Тут нельзя с собой жертвовать для других, понимаешь? Что? Как бы ты выживаешь, а остальные... Что там по плану? Для начала выберите дорогу, по которой пойдем. Их тут две. Ограничение себе да, выбора. У них есть туры. В условности почитайте синюю. Левая дорога более крутая. Да. Мне больше нравится вообще с севера дорога, вот через Лопатину. Это будет забавно. Северный ветер. Мы с севера идем? РПК 70. Ну можно с севера зайти, можно с этого. Ибо с у нас... А у них же респ идет там или что там, положу. Ну у них на КПП идет респ. Прямо. А сколько дальность видимости? Чья-то миссия с Доником. Нормально. Даже не написано. Нельзя пересекать черные заштрихованные зоны, поэтому надо по там ехать. Или вообще как-то слева. Ну, вообще, общий план был. Может, вот так... Паша, видно. Ну, я-то понял, а Зоник КПП защищен, если в красной зоне один боец красных и два синих, да? Ну, красная зона — это же большой аэродром. Это круг. Вообще, там и Лопатина. Спитер. Спокойно. Ну, это же красная зона. Спитер, заткните, пожалуйста. Берем красный. Я к чему? К тому, что с Лопатиной, если мы попремся, у нас есть возможность в домах засесть, сгруппироваться, там к нам ГПшка им будет ГПшить. По стенам только лететь это будет все говно, поэтому для нас дом лучше, а металлические... И мы с высоты там будем тогда. Если а вот если мы, смотри, если мы на выбор перекатим... 90 минут у нас есть. У нас есть 90 минут. Че, куда мы торопимся? В прошлый раз, когда колонну везли, не успели за 90 минут, или сколько там было. Ну, мы сейчас быстренько соберемся, не будем никого ждать особо. Кто не пошел, тот идет, сидит на месте. Ну хорошо, давайте вот тогда сделаем так. На сборы 5 минут, не больше. То есть 5 минут не провтыкали, все, в свое время сваливаем. Если мы в Мышкино, тогда едем вот таким... Эй. У нас Уралы есть, насколько помню. Главное решить, ну наше отделение-то на БМПшке поедет, а вот там, которое не заняло... Почему не рисуются метки? У меня тоже не есть. Сломали все ее. Сломали. Так, а где эти тактические обозначения? Ну, синие вот, да. Зеленые нет, а красные что? Нормально, мы же украинцы, они атакуют с балды. Всего, так что, как жизнь. Да, не скакали, кто не знает. Да не знаю, это нормально, короче. Вот, давайте тогда так, объясню. Мышка, красная это лава. Идем на север, первый поворот налево, там, до амбара какого-то идет ответвление. От него... Идем, вот как линия идет этого леса на северо. Мышкино? Северо-запад. Да. Из-под Мышкино? Давайте без острых шутечек. Это от респа на западе хватает. Получается, да. Респ как раз в Мышкино находится. А, наверное, Мышкино. Ну, насколько я помню, да. Вот едем на север, потом первый поворот налево. И вот по этому же азимуту вот вдоль линии леса идем. До пересечения этой синей линии. Чисто строго на север доезжаем до тупика и... И потом вот по этому же азимуту по склону видим. Дальше оттуда уходим на север. Там есть высота 349, видите? Такой? Да. Пустые. На проплешины. Вот туда можно выкатить танк. Он это все говнецо будет видеть где-то в том районе. Не валяк, у меня уже есть мегаплан для танка, я пацанов возьму, хорошо? Кто там на танке, вот один перекатитесь, пожалуйста. Ты должен прикрывать остальное. Ты смысле, у нас спешл будет прикрывать, я знаю, что делать, отвечаю. Мега, ну, там... Давай, поехали, в ЗОТ-1 танк, кто есть. БХ тоже не дура. Вот,
оттуда надо, наверное, перекатиться вдоль верхней серой этой линии до дороги, по дороге занять Лопатина. Вот, Лопатина вы занимаете, потом загруппировались, дали мне команду, я выпускаю все мины по этому КПП, и как только последняя туда прилетает, вы там алгуете под огнем танк, бэхи и прочего. Как-то так. В общем, смотри, у нас с КВшками и ДВшками пока жопа, поэтому давайте сделаем так. Первое отделение... О, метки походу заработали. Нет. А нет. Нет. Будем тогда действовать по методу репита. Альфа это будет 100-й канал, Браво 200-й, Чарль 300-й, Дельта, ну, 400-й и там уже и Фокстрот, ну, так далее. ДВ-ка. Сдвиг 100. ДВ, ну, давайте делаем 50. Все равно, пока мы не зайдем в зону, смысла какие-то мудреные частоты делать. Давайте нет, сдвиг так шифруется. Там, плюс 5, не знаю. Пока что. Все в Лопатина, да, будут? Да. Главное не тупить, Мышкина. Главное не тупить. Нет, я понял, садится что мы наш в Мышкина. Движемся все. По одной, да, по все одному вместе. Да. Через лес, через западную часть, от Мышкина на запад, через лес на север, там срезаем, танк будет уже заниматься прикрытием. Вот и все, весь план. Паша, нас Чарли всего лишь двое, куда надо? Ну вы тогда прибейтесь, я не знаю, там с группа Дельта более-менее нормальная, да, там, или это все экипажи там? Давайте не кальфы ко мне, и будет ты у нас считай отделение почти полное. Кому? К Альфе, я думаю, не человеку. А, ну вот, давай, Альф, пойдете, короче, в Альф. Какая КВ, Альф? 100-й. И... Как-то не хочется быть 200-ми. Что-то как-то с количеством подстолов явно перемудрили. А там окопы сплошные. Нам еще придется окопы чистить, так что готовьтесь. И подходить будете тоже, окопы там будут опасны. Окопы такие конкретные. То есть их танк фугасом, ну, вряд ли. То есть внутрь попадет только разве что, и тогда будет. А рез рядом бесполезно. Че, мне тогда с подстволом вместе с минометом одновременно долбить? Не знаю, наверное. Я думаю, лучше оставить на штурм. Больше пользы будет. Да. Вопрос в другом, а 400-ю частоту мы сможем выставить или нет? Может. Надо проще поступить иначе. 100, потом прибавляем 1, 101, 102, 103, вот так, скорее всего. Если не получится 400-ю сделать, переходим может, на это. Может, 50 лучше? 50. Можем, да, в принципе. Сдвиги. 5. Можно будет после старта написать, в принципе. Да. Или, ну, если заработают, пишем КВшки. Если не работают, то будем так. С первое отделение это 100, там 150, 200, 250, ну и так далее. На УАЗике кто-то едет? Там у нас Урал, УАЗик, да. Ну, минометчик может, в принципе, туда загрузиться. А враг сортует на КПП или в городе? КПП. Окей. У них зона, которую они, как я понял, покидать не могут. Нет, они могут ее покидать. Могут?
Они не могут за синюю линию только заходить, пока мы сами через нее не пройдем. Ты человек же бы там так маслить был, можно было бы. Нам может еще и Лопатина придется отбивать сначала. Да. Ну, Лопатина там же в заметках написано. Паша. Только вы когда будете готовы к штурму, пожалуйста, крикните об этом на ДВ. Я минометом накрою позиции, потом пойдете в атаку. Ну, не, бля, смотри, у нас тут внезапно несколько сообщили, что они могут из зоны выходить. Ну да. Укрепление. Но они южнее, до синей линии могут везде выходить. Они южнее синей линии выходить не могут. И за они могут все отсосаться к Лопатину, там занять оборону. А зачем, если им надо бронить от точек? Они все равно быстро не смогут. Лопатин, у них конкурс уйдет явно, техника уйдет явно. Смотрите, на красном амбаре стопудово кто-то будет, да, поэтому его фугасы надо будет с этой с 349 при подъезде бахнуть туда пару фугасов. Может, танк бахнет лучше? Ну, мы бахнем. Ну, фугасы с танка, я чуть сказал. Я думаю, миномет. Весь мир в труху. Но потом. Лопатина просто займете, на южные окраины выйдете, кого-то там постреляете. Так, нужно, короче, 3-1, да, где-то так. В смысле? Ну, чтобы захватить. Чтобы удержать, нужно 2-1. Че метки не работают, а? Опять. Не знаю, наверное, кто-то зашел без айтишника, там глючит. У меня такое чувство, там Аздоник вообще дикий план, что по лесам у них будут там РПГшники сидеть. Так мне кажется, он знаешь, что он что сделает? Он специально все сделал на краю карты, короче, чтобы можно было пройти, они сейчас все туда законятся, короче. Объедут и будут маслить на сзади. Угу. И БМДшки. А где? Так вот, запад карты, смотри. Тупо за карту можем проехать. Нет, там видишь, заштрихованная черная. Так в смысле, вот, по границе нельзя. Там 200 метров. Ну. Я просто думаю, может нам Лопатина наплевать и наступать уже с 449 высоты начать наступление. Угу. Можно и так. Лопатина вообще забить. Пусть она там сидят эти рандомщики. Просто танк будет их катать, будет там, да. Оттуда просто работают и все. Вы потом пойдете, да. Займете там 255-е, видишь, там есть высота. Ну не высота, низинка или что это, слева от Лопатина. Ой, от КПП самого. Угу. О, до туда дойдете. Там как раз можно вон и заборчик какой-то каменный севернее этой штуки есть, мимо него пройти. 255-й, это, кстати, выше Лопатина будет. Угу. Выше? 255-й? Да, да. Выше, там больше... Она в лесу прям находится. Это очень приятно. Ну в смысле, вы подошли, укрылись за этим небольшим пригорком? Получается, западнее него. Техника с горки работает по КПП. Потом я с миномета бахаю. И как только последние мины пролетели, я вам по ДВ сказал. Вы алгуете на это КПП, всех там режете, убиваете. Ну ты смотри, получается 349-й, оттуда танк работает. А тут же начинает движение пехота. Бэха выезжает, отрабатывает впереди зеленку эту 255-я высота. Потом пехота туда заходит, проверяет, трупы убирает. Бэха подъезжает и дальше так, таким же махаром. Да, дальше миномет и вы атака. Да, да. Отработайте танком, пожалуйста, красный амбар. Юга, получается, восточнее Лопатина. Там стопудово на верхних ярусах там какие-нибудь пулеметчики сидят, еще что-нибудь. Да, конечно, что-то созданем туда разочек. Два, на северо-востоке вот там горка есть, когда подниматься к аэропорту. Там они, если подставят что-то, это все просматривается. Я думаю, вот далеко говно будет. Не будет далеко. Поэтому там дистанции небольшие. Это все до говно будет просматриваться. До горы нет. Как раз вот справа от Лопатина горочка, где зеленка. Если там они что-то поставят... 344, да? Или 368? Да, горка. Да, люди снова на заднице катаются. Люди были. Пацаны, поймут творог там, танкисты, короче, того. Умерли. Кто-нибудь видит творога? Ребят. Ребят. Вон пошли.
расстреляю всех, кто подойдет к моим ящикам. Ящики вон там, на запад. Так, метки работают, метки работают, метки работают. Метки работают, метки. Метки работают. Метки, метки заработали. Метки работают. КВшки пишем. Фран, где ты говоришь, стволы нашел? Тот стволы, ну, говорят, нашел. Танкистом, не? Да, вот РПГ 18 валит. Да пусть пехоты. Поехали в танк, чё-то. 15 тебя и покидал. Убей их. Ой, ой. Блин, РПГ 18, 8 штук лежит в Урале, еще 7 патрон. Каркарыч, Каркарыч. У кого РПГ 18 нету, возьмите в Урале. Из Альфа есть кто из Альфа? Прием. Украина. Так и вы перейди. Так, проверка ДВ, ДВ 50, тогда будет. Прием. КВ 400. Че? А, ребятки, в РПГ, ой, в Урале есть 8 РПГ. Ты волыны не свети хер. Можете в Урале взять, в РПГ 8 кто не взял. Волыну убрал, оружие убрал. Кому бедных людям не досталось? Оружие убрал. Ага. Это не все еще знают, что скрывают. Это ставки выиграют сейчас, параллельно. А на той миссии хотел поснимать, разъебаться. Мы веселимся. Да, да. Оружие убрал. Аркары. Волыну, 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 пусти. Ребят, парни, можете это немножко... Оружие убрал. Оружие убрал. Ага. Оружие. Оружие убрал. Да. Оружие убрал. Что происходит? Все, я уже не... Проверка. Какое? Ворон, зачем тебе труба? Мало ли, пригодится. Чтоб это... Спектуры не забрали и вам, не по вам не ударили? Не-не-не, за то, что мало ли там, не знаю, придется вынести из танка какой-нибудь. Тур 4 штуки. Ух, ё-моё. Возьми, заряди себе в этот инвентарь, сгрузи себе. Это хотел гэнки оставить, ну ладно. А, они же 4 слота занимают, точно. Да. Там люди в бонг убивают. Две возьму, чтоб не лагало. Я залагал, всё. А, всё. Тут есть вообще кто-нибудь на рации? Чё такая тишина? Есть, конечно. Они все заняты, вот они в ящиках. А 4 птура это не жирно? Нормально, Аздоник все знает, как надо делать. Аздонику там ящики под каждый предмет поставил. Ищи, бегай. Пойду кинем машину этот ТТ-шик. Да-да. Продам ТТ-шник, продам ТТ-шник. Да, работает. Ой, может сумку кого отдать? А там есть сумки? Не в курсе? Продам ТТ-шник, добрые руки. Посмотри. А здесь есть сумки, ребят, там ДВшки что-нибудь такое? ДВшки у командиров возьми. Нет. Я лутаюсь. Точно. Привычка. Сам ты танкист. Надо найти командира. О, нашел. Ну как оно? Я вот думаю, мне 50 логов хватит или взять 100? Бери все. Что с тобой происходит? Нормально. Сколько унесешь? Все, сейчас фристайм заканчивается, сильно не залетаем. Конкурс нельзя положить в рюкзак, ё-моё. Нереалистично. Как там хорошо. Каждый день в рюкзаках пускают конкурс. А у него не там, у него... Это здесь воздухозаборник у него больше, всё. Техника открыта. Я не могу залезть. Так, а право куда у вас садишься? Пехотка грузин. Браво, БМПшку занимает. О, сейчас я настрою этот кайч. А садимся как вовнутрь или на броню? Да как вы хотите. На вторую мы садимся. О, ты можешь выглядывать. Я беру автомобильчик, если я набрал 6. Так, что я лёг? Чё, погнали? Ты можешь выглядывать, Паша. ДВ, прием. Миномет забыт. Миномет не давай. Я что-то не могу высунуть. Пехорор. Почему не могу? Пехота, все залезли? Да,
давай я подорву. Пехота, грузимся быстрее, танк уже выдвинулся, нам надо быстрее. Поехали. Спитер, это кто? ДВ, прием. Ты меня из МОК говори. Да, как едешь, так и едь. По дорогам. У меня GPS есть. Прикольно. Вообще странно, что я не могу гуглить. Да. У меня даже меню такого нет. Ну, сейчас приедем на точку, я поковыряю. Т-120. Вот, так и едет, так и едет. Давай ответил. Там только миномет. Ну ясно. Спроси танк. А не надо. Это мы за танками едем, кажется. Какая-то метка появилась танк. На режим НГ. Танками. Да я еду, еду. Я на карту смотрю еще. Это никто не смотрит. Типа смонтировать. Да, конечно. Ты просто не представляешь, сколько я времени экономить начал. Блин, это все прям буквально тратил 2 дня. Чисто 2 дня уходил. 48 часов. Да, сейчас даже кодировать не надо, просто оформил картинку. Это чисто монтаж или заливкой? Монтаж, заливка, обработка, ну, имеется в виду добавление YouTube, описание, там картинки всякие, все вместе. По-моему, у нас больше человек дает. Да ладно, все туда едут. Ну ладно. Так, на ДВ есть кто еще раз скажет? Есть. Я понял. Просто первый раз не услышал вас. А мы не слышали его. Почему на БМП гудка нет? На танках же бы есть. Правда, не в армии.
А не в армии на БМП есть? Не знаю. Ну, я думаю, есть. Сделал поток, не хочешь? Ну, вдруг быстрее поедет. Нет, ты только хочешь сделать. Где его объяснил? Здрасте. Хотите птур? Нет, не хотим. Бесплатно. Не, не надо. Ведите себя хорошо. Есть кто на КВ? По-моему, я не знаю, кто на КВ сидит. Или это я не знаю. Вероятно, ты. Там же написано. Да-да. Слышно? 2-2. Борзик тут. Доехали до вас. Почти. Танк, объезжай справа. Он мешает. Ну, господи, он тоже еще вот это сделали. Танки говно. Стрелять! Что за херня? Стреляй! Танк! Справа бы? Не останавливайся! Я не вижу! А где? А? 300, 300, ровно 300! На холме стоит, на склоне! Стоп! Тур! Алахоба! Все, отлично, сожги. Я спешился с БМПшки, если... Так. БМДшку сожги? Да. Так, а чё мы спешимся, нет? Там кто-то есть. Чё, всё назад залил? Пехота, спешивать из ёлки, прячься. Я не заснял. Что ты? Я не заснял. Ну ладно. А мне отошли от БМПшки, можно повертеться? Ничего нет. Так, короче, танк на позиции, что нам дальше делать? Он стоит, стоит. Танк совсем убитый? Да, слушаем. Сейчас с тобой. Красный амбар и огневые точки, если увидите, давите. Танк совсем убитый? Я не могу перезайти. Паш, вылезай из танка. Че я могу? На стрелке, но... Вся. Хитрожок раздавит. Поехали. Так, чё? Поехали, айход 80. Помоги. Чё, а, зачем обратно? А, кстати, да. Вы подходите... Я забыл, что я не с нами. Что-то странное да, работает. Садитесь, садитесь. Что-то странное работает. Нам пока ты выше. Немного не хватает. Мы максимум церковь видим. На глазок пахнет. Мы там сами никого не выйдем. Все сели? Все сели. Продолжай движение, 80. Ой, 110, 110. Там случайно не РПГшки работают. РПГшки по танку летят, по-моему. Да.
Танк, что у вас происходит? Какой-то пуст был. Нет? Так, а по нам то ли СПГ, то ли что было? Вот опять. Пехота, смешивайтесь, отбежайтесь. Мы живы-то нет? Да, мы живы. Да, миномет. Давай потихоньку выглядим. Танк, АПН на направлении есть, куда по вам стреляли? А, еще раз, еще. Примерное направление по вам стрельбы было? А, нет, не увидели, ну примерно север где-то от наших позиций. С северо-восток как-то так. Пехота, потихоньку вперед двигайтесь. На... Вот с северо-запад лопатин, но где-то вот это лес полоса. Высота 306 к востоку, там пехота замечена. Ну, в общем так, высота двигайтесь, мы тут кроем вас. Постреляйте по ангару, разрушили его. Народ, куда БХ стреляет? Чего вы там увидели? Высота 306, там пехота. Вот тут. Высота 306, там пехота была. Давай на 160, надо поднимать. Миномет на огонь туда требует цели. Подождать, пока уже зону штурмовать будет. Ага, там наши близко. Поднимайся, поднимайся. Там впереди у меня люди. Господи. Ага. Стоп. А кто у нас кого? Ну, я, наверное. А вы нашли БГ-то, нет? Нет, никак. А откуда драпу дала? Похоже. Пехота, доходите до елок, доклад делаете, мы подъедем. Как поняли. Желательно вам до высоты 306 продвинуться на восток. И там закрепитесь. Да, закрепляйтесь на 306-ю, как закрепитесь, скажите, мы подъедем, будем дальше двигаться. Там враг. Посадка. Мы тоже по... Кто враг-то наш? АГС поработает по нашим позициям старым. По нашим Переход. Старым позициям АГС. Переход на въелки быстро. Давай 130. Смотрите. Видимо, навес откроет, я хочу увидеть. Ты хочешь доехать до конца леса, стоп. Да? Стоп. Нам ГС уйти не должен. Так стреляешь снизу по столу по нам. 40 где-то прием. А туда мы, я думаю, не поедем пока что. Потерпим. Поможем. А ГС по пехоте бьет? Нет, 10 елок внизу. Давай до леса на 150. Получено на 40. На 20, на 40 в ёлках их видно, они головы торчат. Может поддержим пехоту? Стоп. Нашли СПГ на стационарное ШЛО убили. Ага, всё, спасибо. Это враг внизу. СПГ нашли, СПГ. Я уже сказал. Наводка полностью сделана, если сможет корректировку. Понял, миномет. Ожидаю, у нас пока тут пехоту чистим в лесу. У нас очень много пехоты, СПГ еще брошены. Пехота, как поняли, там в лесу СПГшка есть. Можем занять, обстрелять позиции врага. Либо мы ее сжигаем. Она стационарная. На той а, ноге. А, стационарная, все, сжигаем ее нахрен. Она на той ноге. Ее можно перетащить чем?
без ног. Может, броня их пощипает, а чего они по нам стреляют снизу? Ну, медицина нужна. Надо спускаться. Метром кто-то свяжитесь. Пусть слева потом работает. Попробуем. У меня сейчас зум такой, мы же пустим, а сейчас сразу поменьше. Окей. Че? Ну ладно. У БТРа... Давай постоим, а у БТРа зум поменьше, ему удобнее. БТРа пехоту подави, там вражескую выйдем. У меня тут зум ого-го. У нас на зум большой слишком. Мы рядом пошумим, чтобы создать внимание. Давай. Без ног нужен санитар. Ты пока вдаль смотри. Этот ангар, всякий амбар. Немножко вперед, если можешь, я думаю, нам. Ёлка мешает. Стоп. Танк. Что на связи? Чет это взрывал, не по-моему. БТР живой? Нет. БТР живой. Он с нами рядом, живой. Народ, чего мы взорвались сейчас? Неизвестно. Ебать, не вижу пехот. АГС уничтожен. Слева от взорванной техники есть свои. Назад! Окей, она быстро победу убит. Вот и сдави. Стоп. Полный стоп. Сдавили кого-то? Да, если я убит. Кого он? Кто же живые все, нет? Нормально все. Что там, в турбо? В турбо? Куда погоди, я пуск видел, куда турбо. Ну, дай вперед, дай на той же двигаться. Пехоту-то здесь... А пехоту вы здесь вблизи ну, зачистили или нет? Мы сильно блядь не будем, еще немножко, еще... Стоп. Пехота, прием. Сейчас. Вы аккуратно чистите, сильно не рожьте там. Время не шипал. Да миномет корректировочный выстрел сделали, кто тут кровь не будет. Я думаю, пока рано. Нет. Я бы, конечно, вот эту вот зеленку, опушку эту бы, туда бы два снаряда послал бы. Не вижу, я на кучу его попал, народу не вижу. Миномет, у тебя сколько снарядов? 15. Отлично. Раненый еще есть, прием. Так, тормози, стой. А миномет можешь обработать высотку взвод зеленую? Там снаряда 2-3. Высад взвод. Метка взвод. Миномет воспитательный знак. Там окоп. Так, работай, пожалуйста. Вы когда подойдете, я отработаю все. Там разброс будет нормальный. Все подавит. Сейчас обработаем на метке зеленый взвод. Куда мы пойдем, чтобы нам потом... Назад, нам полный назад. Погодите, танк. Пусть танк туда пахнет фугасом. У меня уже точная наводка сделана. Сбивать не хочу. Долго настраиваться. Куда брать? ДШК там. Принт. Стой, не дергай. Понял. Назад, Юнга, откатись назад. 5 метров. Стоп. Блин, потерял. Танк же? Ворон, прием. Танк живой? Да живой ему. Обработайте метку взвод зеленую, там вот лес, туда пару фугасов зарядите. Сейчас метку на вражеский БТР дадут. Вражеский БТР, точно, вражеский БТР. Раненый еще есть, прием. Метка взвод, окей. Каштан на связи? Больше двух не надо. На связи. А что за синяя метка стоит? Давай. Там враг был. Был давно? Давно? Нет, еще нет, остался там. Вражеский ДН. Давай насадочку. Понял. Насадочку разворачивай. Я тут твоих ретроих зарезали по метке, пока он не наблюдает здесь врага на метке.
Валить я его. Стоп. Блин, танк. Вовремя. Давай на 60. 60. Еще. Еще немножко. Стоп. Идеально. БТР у нас давай живой, вперед, БХ живая, вперед. Впереди БХ живая. Вперед немножко. Поедь. Еще, 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 стоп. Стоп, 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 ног. Чуть назад. Стоп. Вижу. БТР живой, с выбитым колесом, я не знаю, там починили, не починили. Нет, на вражеский БТР, да, это как раз на ламбар. Так мы не видим ее, не просматриваем. Назад немножко, дай. Чуть-чуть. Дали туда 2 метра. Снарядов и ну, стоп. Он за домом относится. Только это не шли. Активнее пехотка, подходите. Может мы пехоту спустим уже вниз? Сама дойдет. Или БТР мы бы не вынесли еще, да? Он там возле каста, амбара. Ну он потом заныкался, он боится нас. Пехоту сейчас самое время спустить. Ну дебилы выглядывают, ловят тут же. Они там есть, да? Они там есть, им прям в лицо бьют. Выглядывает кто, пехота или да, бутер? Пехота. По нам снайпер бьет. Походу. Пехота, вы можете не стоять, а на 255-ю вышку продвигаться. По танку снайпер стреляет. Опять. Это не странно. По трассера из этого... Видимо, это копа. Прямо туда накидал. Хорошо. Пехота, что за стрельба у вас здесь? Ноль, противник внизу. Помню, зачищайте пока лес. Я даже могу пушку опустить. Что сделать? Пушку опустить даже могу. Нихера не видно. Лучше не двигайся, лучше не двигайся. Смотри на связи. Да, еще раз, что тут? Кто командование пехоты осуществляет? Маша. Вероятно, БМП. Ты за него, я за это. Скорее всего я. Но в моей щели... Ни хрена не видно. Аймасо на своей метке. Пехота как вы там? Зачистили лес или еще грязный? Еще пока нет. А поставьте метку, мы сейчас пехоту по МПшке туда заедем, все зачистим. Ой, ой, давай полный назад. Полный назад. От БХ отходите сзади, сейчас выезжаем, можем задавить кого-то. Никого нет. Смело назад. Полный. Стоп. Стоп. Трассера непонятно, я понял. Не двигайся. Мы свой под прикрытием танка, БХ и отстрел. Передвиньтесь на метку взвод, зачистите ее и займите. У нас походу БТР, где-то рядом. Трассер был непонятный. У нас тут противник в тылу шарится. Мы пока его не уберем, мы двигаться никуда не сможем. Так, повторите, МСВ, на какую метку выдвигаться? Метку взвод надо зачистить, вас прикроют стрелы танка БХ. Интересно, у БТР колеса есть? Ну, я думаю, не пытались. Ну, я понял, но скорее всего не вгрызли. Разведка южный подход к зоне посмотрела, а, там чисто. Там же колеса не поубрали. Да. Что-то я не понял, что за красный трассер был. Давай туда заедем, лучше почистим. Окей, давай. Я не хотел бы, чтобы сейчас пехота наша пошла и получила
Медленно. Еще медленней. Стоп. Стоп, я смотрюсь. Зум-то ого-го. СВД-шка с... Стой. Сейчас с 11 где-то. С 11 от нас? Часов, да? Да. О, там... Вражеский снайпер. Ладно, едь, не останавливайся, бомби ситуации. Господи, вперед? Меня залагало. Да, я думал... где-то тут. Да, едь прямо. Едь, как ехал. Меня залагало, я думал, там, окей. Я потерялся, где мы, я... Дым горит что-то. Это там. Урал, перед... Урал. Б, нас да. Справа, метка МСВ справа, да, пошли. Стреляли. Мы уехали? В танке ранил снайпер. Как? Он знает, что делает, поход. Я не останавливаюсь. МСВ, прием, справа обошли вас? Я не останавливаюсь. На север тогда. Так, МСВ метка... А, о, ё-моё, где я? Едь на север, Рома. МСВ живы? Танк, ну где-то от нас, на 220, от БТР нашего, там бегает кто-то. Давай запад. Ровно. 255-й. Движение. Народ, если меня после боя, то распустил. Бензу, что ли? Продолжай. Стоп. Стоп. Назад. После бахи медика нет. Бэху далеко. БМП чистит лес. Давай, это возможный переход. Движение. Ну вот я возле бахи ранен, без ноги, блин, медик. Это БТР. Есть, наверх. БМП хер знает где. Стоп. Ну вот мне нужен возле БМП медик. Там живой? Да живы. По вам роботы бывали? Не знаю, по нам никто не стрелялся. Сейчас не поворонит никого. Они походу все там, на юго-восточной стороне. Они уже отсюда ушли. Ну, давай взвод почистим метку. Значит, подумать, ща. Есть безумная идея отъехать на восток, в лес. 55-ю высоту выдавил, все уже кто-нибудь, нет? Там же ебашить. МСО, вы дошли до высоты, нет? Давай юг. Возвращаемся и там обойдем. Баха, стой! Баха, что? Баха, вообще на КВ? Да, БМП на КВ. Что ты с нами делаешь? Ты на тейбл? Медик возле бета есть? Да, мы живы! Мы сейчас, короче, вниз спустимся и помощь осмотрим. Давай ползем в бета. Давай быстрее ползи к нам, ё-моё. Где он? Может, мы к нему подъедем? Паша, он же залез в юг. Возвращаемся на что-то, мы выгрузим, мы куда-то подъедем. Выход, отвези к домнику, пожалуйста. Занимаемся. Там, возле Бэхи, там, возле БТР, там аккуратно снайпер внизу. Да, да. Дыль какой-то. Слышим. У нас два человека осталось. А, отстрел на КВ. Не в Р. Сейчас здесь снайпер будет где-то, наверное. Это да.
Чувак, ты слышишь меня? Медик, я не знаю, кавышки. Мы с вами на связи, поднимитесь, отыгрывал медиком группу. Возле ПТР. А, едет на ПТР. Будь там, медик, я бы так говорил. Группа штурма. Да, одна группа пусть займет высоту 246, сейчас метку ставлю. И потом другая группа, наш будет 55 займет. Приезжай, приезжай, смелее, смелее, смелее. Стоп. Вылезай, вылезай. Так все, вылезай, он ждут. Каштан, ты медик? Да, да, да. Вываливайся. Сейчас попробую с ними связаться, что я. Это. Где они, я хер знаю. Каштан! Медик, назад к бэхе где. Мы просто вроде, если что, сошли, он просто стоит. Давай 200. БТР, колесо выйдет. Похоже, убили медик. Да живой, я живой. А он здесь, мы уже закатываемся на скоро. Ты че ищешь, медик? Снайпера ищу. У нас уже половина отделения. Да ищем, ищем. Отстрел, соединитесь с группой МСВ, и тех осталось мало. Метки все поставьте, займите метки МСВ-1 и МСВ-2. Вся пехота, смещайтесь к МСВ-2, метки зеленые. Все, кто их слышит, кроме Вёртл. Объедините с ними на одну КВ, сейчас я им передам, чтобы они к вам перешли. Ты им медленно подогрейся. Что ты видишь? Это подсматривать. Мы с вами на связи. Да, на связи, мы на... А, 80 возьми. Замечательно, я вышел на частоту отдела. Идите с ними на одну КВ. Частота 1-1. Опа, стоп, на карте. Стоп. Они двигаются сейчас на высоту 255. Давай поедем, Маша. А че они? Да, стрел, прием. Прием. Слышим. Каштан, да, я могу начинать минометный удар или нет? Пехоту, лучше с пехоты спрашиваю, кто знает, пробить. Кто такого должен знать? Это МСВ на вашей частоте разгласит. Мани, это миномет, начинаю минометный удар по КПП. Все, близко отойти. Ну ты же рядом был, где мы идем? Еще тут зум. Не снимаю, не нашел. Давай поднимайся тогда, как я решил. Мы шли, всем аккуратнее. Он где-то здесь. Да, я пытаюсь его найти. Стоп. Что ты делаешь? Ну, пизда. Я нашел его? Да. Я по нему из конкурса все, чем мог. Я видел. Снайпер убит, снайпер убит. Снайпер. Нам с другой стороны надо заехать. Да, надо. А, и на восток сейчас. 4-2. Это там. На восток, на восток, на восток. Ну я
я на забор сейчас выйду, подпрыгну и перевернусь. А когда обстрел закончится? Ожидайте, еще минуту нет. Бать, что происходит? Стоп, 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 Паша, стоп. Пехота пока соберется, сконцентрируйтесь, сейчас будет пойдем в атаку. Танк еще с нами? Пехота приготовьтесь. Да там живой. Пехота приготовьтесь. БТР у нас дома. А вражеский не знаю. По факту нам в городе делать нечего, можно пробовать БТР найти. Как думаешь? Да, хорошо. Я думаю, просто сейчас под прикрытием танка пустить пехоту. Да, или БХ. Город надо ходить, это... Так, стоп. Не валяшка, все, снаряды упали? Да, да, последний ушел. Все, начинаем штурм, штурм начинаем. Ух, танк, танк, БМП, танк и БМП сближаемся с городом, пехоту прикрываем, потом отступаем, как пехота заходит. На малом ходу, на малом ходу. Он туда накидывает. Да, да, ты дави, дави. Пойдем к ним, подойдем. Проверь. Эй. Аккуратно, смотрите, БМП, вы по мне долбите, я в окопе. Пойди. КПшут по мне, ко мне в окопы залетают КПшки и гранаты. Пулеметом пока дави, пулемет. Я уже дал. Я думаю, не за. Я писал на карте писал. Анклир, на час всплеск РПГ был, на час. На час, а интер есть что-нибудь? Там наши. Наши, да, на 132. Да. Понял. Наши уже в окопы зашли? Хороший, хороший ПШ, да, я хороший ПШ. Понял, сейчас подъедем, почистим. Вот сейчас в этом хорошо работал, там весь. Они высунутся, а мы... Не нас, а мы в этих окопах мы. Поезжай вдаль. Сейчас бетер может появиться. Может, но он вроде где-то на северо-востоке был. Ай, по своим, по своим. Куда вы КПшите? Не останавливайся, едь. Свои, не вы КПшите, я там пошу. Я Каркарыч, я за вас. Что тут есть? Медик на подходе. Нихера не видно, я уже не буду работать внутри, не знаю, без своей. Я в лопате накидаю. Давай тогда на север отъедем, в лопате, и там БТР найдем. Сверху, да? Бах, аккуратнее, да. Не наглядитесь. Ну, понял. Танк аккуратнее, перед вашим огнем. По своим, Вайтер, по своим. Мы не работаем, это танк. Танк, передайте Дашу, что по своим. Не орешь, по своим люди. Это враг, пишет враг, сейчас попробую. Так, я сейчас поднимусь и к зеленому зданию. Здесь аккуратно, здесь РПГшка будет вражеская. Mm-hmm. Вражеская РПГха может быть здесь. Ставь фокус. Сейчас через 100 метров АСК на 90. Оставьте все на 7 метров.
где вы в окопах находитесь, поставьте себе. ТСК на 90. Азимут 90. Только на свой метку обновил. Возле зеленого здания стоит. Эти как едешь? Там большие потери у нас пехоты. Танк вижу наш. Впереди БТР, БТР, БТР. Или танк. Это танк. Так, ну надо заезжать к этим. Пехоты. Мы там сгорели. Нам да, город, синяя кровь. Да. Ты видел мою игру? А, ну да. Не, я имею в виду под выезжать сверху, давить, столб. Помогать пехоте. А, это пугало, господи. Я не знаю. Если помогать, то че просто давить. Танк по БТР наведения, да? Вообще никаких новостей по БТР. Пехота, вам надо где-нибудь ту зону какую-нибудь подавить? У нас есть еще боезапас. Что? Пехота, прием. А, сейчас свои уже везли. Так, сейчас куда то можно почистить. Дым, где бил? Это с вами там. Можешь подвигаться как хочешь, в принципе. Я кусты смотрю, поэтому сосредоточен. Если хочешь подвигаться, подвигайся куда-нибудь. Северо-восточный окоп, посмотрите. Там уже наши враги. Танк осторожнее, работает город, там наши. Ну я юго-западный окоп посмотрел уже. Окоп лагает, я могу через них смотреть. Меня... И видеть всех? Меня не забанят? Нет. Ну, может быть, в рукопашку. Как тебе такое? Ну, почему бы нет? Тут все задымил. Пехота есть? Есть сейчас живые? БМП заглушить? Есть. А, имеется в виду в Теге? А, по мне стреляют, пацаны, на востоке. Хер знает, где они. Давай на обойство въедем, короче, будем надеяться, что у них нет охоты. Uh-huh. Я знаю, мы сгорим. Сейчас мы с бачка заедем прям между окопов и посмотри. Тут прям зум. Сначала прям направо, и потом налево. Лево, вправо, вот, посмотри, вот в окопы вот загляни. Это, вот это зум. Хера не вижу. Давай по-другому сделаем. Вот это зум. Вот это зум. Ой, ПХ провалил. Ой. Это куча я не посмотрел. Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Какие эмоции. У меня башня крутит, как я не знаю. Где я? Справа долго. Я не знаю, где справа. Свои сейчас стреляли. Ты на командира сядь и посмотри на командира, ты шире. Точно! Постреляешь потом. Слушай! Я и забыл, что такое есть. Ты главное не двигайся, а то меня шатает.
Там кто-то у нас рядом ходит. Я знаю. Я слышу. Северо-восточный куб, проверьте, там стреляет кто-то. Я понял. Мы вроде там. А. Давай, давай тогда на север проедь, короче. Своего не сдави. Даже на таиста. На таиста. На таиста поедете. Господи, мы прям в окопе, что ли? По-моему, застояли. Тут за средствами. Я в нем. А, бля! По мне! Жил. Это БТР, мне? О, блядь, ни хера. Спереди откуда? Хера не видно. Стой. Прям по нам пуля упала. Танк, прием. Здесь вот где мы стоим, в этом окопе. Пехотинец. У вас фугас есть? Танк, прием. Слышим. Дайте туда фугасных, у нас фугасных нету. Ну, а, понял. Окей, стой, стой. Стой. Оп. Давай с другой стороны заеду. Стой, стой, стой. Изи. Намаслил. Да. Ух, я просто намаслил. 20 с половиной гигов на видео. Я такой еще видос записал, как по нам в тур летел, как по нам... Мой же в тур. Ты, когда мы БМДху убили, вам так повезло, что она вас не заметила или не решила вам стрелять, пипец. Вверх. У меня видос есть, я потом... Она вообще куда-то в другую сторону в небо смотрела. Она по нам в тур пустила, между прочим. Что? Вы по ним ездили. Да я знаю. Сортал, что тебя убило? Да... Атака. Все, Каркарыч, мы с тобой могли каким спайном быть офигенным. Атакующие так... выиграли, да? Ага. Собаки. Давили, давили гусеницами этих гадов. А мы за кого? Мы здесь БСА с обороны, атака. А здесь есть БМП? Ребят, ребят, кто был снайпером, лежал около окопов за камушком? Варис был. Варис. Варис. А, Варис, да. Господи, я такой к нему подбегаю, что он нацелился. Кто был на БМДхе, пацаны? Я должен видеть этих людей в лицо. Я знать их должен. Я не знаю за кого. Окей. Миномет что пошел, да? Как миномет упал? Нормально? Да, он подвел. Да, по своим, правда, когда уже нравится. Да, да. А это вы виноват. Там, конечно, только по мне стреляют, у него, блин, взрывается город. Спикер, ты без приказа в город пошел, значит. Каркарыч. Приказ не я водитель. Да. А, ну... Го ко мне. Ты где? Мне говорят, ты едешь, вот я поехал в город. По ком? А кто чё? Ааа, ну понятно. Все вон. Тело. До красных, что ли? А чё? Люди сделают БЕшники, баны все. Так, а я вот сюда пойду. А гранатомётчик — это подствольник, да, ПЗ, или что это? Это гранатомётчик. Верно, это банзай вопрос. Это подствол, то есть, да? Я в этом бедном окопе сижу, по мне ГПхи, это бетер, потом БМП, гранаты летят, я не могу... А чё так поздно вышел-то на... Почему тут до сих пор? Я им в тыл зашёл, и по мне... Ну, потому что вы оборона, вы ЧСОшники. Это... Что здесь происходит? Кто вы такие? Я вас не знал. Слезите. Ну, хотя бы раз посещаем. Мы к вам. Ну, хорошо, давайте к вам. Пацаны, красные в защите? В атаке. Написано сверху. Описание. Оп. Паша. Нуклир, вы так мы что-то что в атаке были, Паша? Мы же в атаке или... Нуклир, что? Да, не валяв, я такой найс футаж сделал. Просто 10-10. Как по нам в тур летит в БМДхе, короче. Я 6 человек смотрел. И пацаны такие, я кричу, Птор, Птор, пацаны, дым. Мы такие, а, убегаем, а. Кулбинс вообще, мне понравилось. А я наполовину штаб. Так, по-моему, если бы я там БМДшку не нашел, нас бы всех сожгли. Да, да, да. Да, кстати. Но там серьезно, там очень плохо на этом танке, что нет стабилизатора, вообще не. Я просто, короче, по приколу посмотрел на эту горку, мало ли там кто-нибудь из них там БМД стоял. Но мы очень четко сработали с этой БМДхой. Меня раздражают придирки всяких людей. По мне миномет стрелял. Так нехуй, блядь, было в город суваться до приказа. Не меня валяешь, меня раздражает, что нет регулируемого зума. О. У чего, у БМДхи?
У БМПхи второй. Ну да, у нас тоже, там знаешь, очень, очень большой. У нас, знаешь, у нас внутри, у нас выгоднее поворачивать корпусом, чем пушкой, быстрее намного. То есть. А если вместе? Это вообще ад. То есть мы там как World of Tanks реально. Не, ну зум это прям вообще это. А короче, там очень четко метку поставил, которая враг была. Ну короче, выкатываемся, вижу там какое-то говно. Ну в смысле, выкатываемся, ничего не вижу, даю типа в лес фугас проверить, а там СПГ взрывается. А, там машинка была СПГ? Да, 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 там каштан метку так поставил. Просто... Мы такие выкатываемся, ничего там не видим, но бегает. Фугас дали. Дай туда фугас, типа. Там вроде стационарная БМП еще была, СПГ. Ну не знаю, по нам один ПТУР. Она стояла в лесу, наверное, на склоне. По нам единственный раз летел ПТУР, это вот с БМДхи, все. Больше по нам ПТУРы вообще не пускали, если они были там. СПГхи имею в виду. Нет, что-то все время взрывались, какие-то ПГшки падали. Да, что-то не... А, это какой-то трэш и гарсидомия. Ну что-то как-то не чувствовалось. А брок, евро, фанспам, только, по-моему, они на что, за... кустик или... Разве с нами играют? Подожок, нас кустик или за бодрым ранил? Пацаны, синий к синим, евро, фанспам, что тут делается? Что ты говоришь? Нас походу, да, этот, знаешь что? Куда идти-то? Когда мы раздолбали, когда Ворон с КПВТ раздолбал эти ящики с боеприпасами, они, короче, рванули серьезно и нас покоцало. Меня еще снайпер через броню начал бить. ПЗ, кихни его под спама. Кстати, да, кто был снайпером? Кинь его туда, к этим синим. Квест, по-моему, Квест был, по-моему, снайпером. Нет. А, да? Тут кто-нибудь из обороны есть, нет? Походу нет. Я из обороны. Опять будет спитер. Там миномет попадал, не? Нормально попадал, нормально. Мы стояли, смотрели. Вообще четко прям попадал. Видосик, когда с оборонки будет, не? С БМП. Есть? Борн, есть сатанги? Плюс 18-я ставка. Надо как самое настоящее ВСУ, надо было еще точкой У пахнуть. А, сейчас, кстати, с обороны в красном амбаре у вас тут сидел, который большой вообще. Мы его первым делом просто маслонули. А, оборона, оборона, не знаю, только если одиночка, я по этому снайперу бедному, я ему пулемет, а ПТУР туда зарядил, фугасы. Я просто не знаю, что выбрать. Мы там фугасами тоже. Ну я очень много фугасов, почему-то. Погоди, там просрал. Мы на в атаке или в обороне сейчас? А куда ПТУР оборону делся? А мы же только что в атаке были, не? Кстати, да. Да. Вы так не нашли. Да, да, ладно. Это не 14/22 такое. Угу. Нет, я не против. В общем, но... Ну, хоть где-то нормально. Полтора к двум есть баланс. Mm-hmm. А, атака БС, АС, оборона, отстрел. МПС, ВТ. Ну, как бы обороны должны были быть, а число в защите. Что-то не было, ребят. Это третья игра. Расходимся. Это не третья или третья? Это третья. Почему? Потому что не оборонялись. ХЗ. 20. Так, все тут. Знаю, почему в прошлой миссии не оборонялись, а атаковали? В расписании а мы хотел обороняться? Нет, что в расписании. Мы нарушили очередность миссии, поэтому такая. Ой, я военного убил как. Своего. Че? А я думал, что добежит козочка очень быстро, оказалось, что это наши бегут. Меня в окопах убили. А, краб. Видимо, да. Нет, это я тебя убил. Ты же мертв был. Я вообще на окопом шел. Не валяк, меня раз, скорее, не убил, он оказывал психологическое воздействие. Да в том-то дело, я одну пристрелочную бахнул, меня разведчики навели, сказали, там, что в кого-то прилетело. Там, на самом деле, там вот эти окопы, они очень такие классные. Вообще, если по ним стреляешь, фугасом... Да не то, что забакованные, они не пробиваются вообще ничем. Я то фугас пускаю, то да, и там фугасы вот так бить бесполезно, только внутрь, да. Привет, оборона такая еще выглядывает так, из окопа, я тут туда же фугас. Бум-бум. Потом полетали на окопах. Да. Скользить вперед, я еду через окоп. Паша, ты умер в этой миссии или ты выжил? Нет. По кого я убил? Окоп на БМПхе был, точно. Да. Там в конце много френдли фаера было? Угу. Очень много. Гранатами перевалили, блин. Да потому что... Я хоть сумел их организовать, но обошел, прошу обратить внимание на локомотив. Так. Там просто так. В город зашло 15 человек, выжило только, блин, 7. Нет, на локомотив, на паровоз. Ребят, он зрадный. Что, он какой-то странный. Да. Зрадный? Нет, переможный. Чего?
говорю, а что ты хотел? ВСУ уже, все нормально. Да при чем ВСУ? Мы там, слишком начали, блин, для ВСУ оказались. Это не из этого, не из миномета ты их вывел. Это там начали гранаты один другому под ноги, блин. Танками давить, блин. Мы слишком обучаемые для ВСУ, я это говорю. Слишком, да, кстати, кому ноги сломал танк? Мы этому... На миссии отсутствует... Сзади танка бегал, короче. Да, на миссии отсутствует модуль ранений. А у меня миссия не грузится, это нормально? На миссии отсутствует модуль ранений. Не знаю. Кто доминашку скопировал сюда? Перезайду. Бонзай. Бонзай. Вон, за другую сторону. Это аркан. Тебя уже загрузили, алё, пацаны? Мы такие колесиком крутим? И лечимся, ай, короче. У меня короче, вообще залагало. Нереалистично все. Ужас. Стали. А кто-нибудь за командира зашел, не? А, все, загрузился. Тут у командира есть БПЛА так-то. Ним сниму этот терминал там, может. А, тут может у него привязан, типа, сам этот модуль. А, вот окей, буквально не работает. Я могу перезайти по ЗНА, да нет? Трауза. Не надо. А, ну чё, нам БПЛА не надо, что ли? Всё, я, ладно, перезайду. Я за это, за серию перезайду. Написано, техники нет, а у нас есть... Там говорят, не работают. Что такое? А, кстати, маркеров нет, вообще никаких. На, сейчас, погоди, тогда выйду снова. Окей. Да не, уже сидит. Окей. Зато спит одновременно командир и стрелок, все. По моему отряду. Что нужно сделать? Ну, что будем делать? А мы где бы выигрывать? Уничтожить? А, все. Сейчас. Войска ЧСО? Я вообще ничего не понял, что здесь надо делать. Ну, короче, нажимаем. Где ты уничтожить? На. Спалм. Уничтожить два РСО. У них зона есть, они могут с нее выходить или они где хотят выходить? Где хотят, ясно. Я думаю, она стационарная, РСЗО, и стоит на базе. Мне нельзя залазить. Где? Я по то, что да, точка круга. Да. А мы находимся... У вас есть командиры? На спавне. У каждого командира будет или только у одного? Ты слишком много пиздишь, Спитер. Так, все, скрипбан. Ты мешаешь. Ребят, а тут нету, что ли, этого хилинга? Нет. Что-то как звонит. Бонзай забыл, видимо. Молчи, пожалуйста. Так, сколько у нас отделений? Раз, два, три. А без ботов? Вот, все без 6 ботов. Отделений, и 2 из них это снайпера. Что значит слово? У нас 4 боеспособных отделения. Панда бы как стелу. Так, здесь идет сверху вниз. А, мы на высоте, на базе на высоте, на высотке находится, понятно. Но... Если мы будем идти с запада и востока, мы, в принципе, на одной высоте будем. Вот так вот, если... С южной, да, вот так. Да-да-да, я хотел сказать. Нет, так, техники вот, нет, да? Нет. А зачем тогда гранатомёт? Обстреливать? Ну, коммунитив на нём вроде бы. Нам нужно уничтожить МРЛС. Для этого нам гранатомёт. Спасибо за внимание. Ну, два пути. Спалимся раньше. Предлагаю сделать две штурмующие группы и одну прикрывающую. Прикрытие засядет южнее по дороге, там выше, на петельке. И начнет эту базу давить. Вот в это время остальные штурмуют. Да лучше с двух сторон. Ну вот так их-то хоть подавят, пока они там будут это штурмовать. Подавят, знаешь, спалимся. Если близко проходить? Не, ну вообще. Они могут же. У них нет триггера, они могут просто отойти в леса и палить. Нет, они могут выйти. Они не могут выйти. Там, по крайней мере, в редакции, которую я смотрел. Они в зоне могут только гулять. Ясно. По крайней мере, то, что я вот видел. Давайте тогда прикрывающие атакующие. Пулемет у нас где?
EG. А в каждом, в каждом есть по пулемет, да. У снайперов, это такое, снайперов туда посадить, вон варьера, каркарыч, да, как да, да. Минимум. Я бы не назвал это пулеметом, так что... Это ручной пулемет вообще. Ну, там, извини, 45, наверное, максимум патронов. За такие магазины дали. Ну да, 45. Такое. В общем, вот снайперы, и вот эти 45, да, вы будете прикрывающие, все снайперы, все РПКшники будете прикрывающие группы. Все остальные мясо, мы бежим потом в атаку. Вот и все. А на Альфе какой канал, ребят? А уничтожать эти РСЗО как? Взрывчатка или РПГ? РПГ, взрывчатка, чем? Что есть, тем взрывать. Какая у Альфы частота? Да мы на одной будем все. Какой я? 100. 100. Ребят, объясните конкретную цель снайпера. Снайпера занимает позицию. На подходе к базе. Надо сейчас понять, где тут можно занять позицию. Заходить будем, наверное, через входы. Потому что заборы ломать. Может, с севера одних снайперов отправим? Смысл? А тут не видно ничего. Там ниже. Видно. А, ниже получается? Да, вы на этой петельке сидите, гасите. У нас еще остается раз... Три... Четыре группы. Три группы и одна такая маленькая. Предлагаю, давайте так. СТ мы с севера зайдем, поднимемся с РПГ, дыру в заборе проломаем. Вот, отстрел заходит через западный вход. А еще одна группа. Я предлагаю вообще всем зайти в один вход. Да мы подохнем там от гранат, ты понимаешь, все сразу, если нас толпа там будет. Ну, чайно сделайте. Половина передохнет от гранат, там толкотни, кто-то там... Да, давай я разделим... Они не могут выходить? На четыре... На четыре стороны разделим все. Читаю много. Чтоб не получилось как обычно, они не могут выходить, но вышли. Да. Понятно, короче, давайте тогда Альфа, Браво, Чарли. Вы заходите... Как я написал. А, дельта. Ну, все остальные. Вы с севера хотели, да? Ну, вот с севера заходим. Ну, эхо с севера зайдем. Да-да-да. Ну, там чики-брики. Тогда поставьте на отделение, кто куда идет. Сразу. Ну, ABC я написал уже от Браво Чарли. Ну, B, по крайней мере, это снайпера. Они будут с юга прикрывать нас. Есть Альфа, Чарли, Эхо и Гамма, или Джи, не знаю как правильно. Да. А С, гольф, гольф. Игра есть такая, гольф. Окей, давайте тогда Альфа, да. Чарли есть оттуда, а Эхо и Гольф с севера. Все? Да один Г, короче, свою частоту придумать или к вам пойти? Ну, бегите к нам. Не жалко. К вам это куда? Да, к нам это СТ, самая верхняя частота. Принято. Ну, просто сейчас скажу. Так, по машинкам-то, да, машинок нет, понял. А снайпера, погодите, снайпера, у них есть право ездить. Ну и Браво и Дельта идут на свои метки, занимают там позицию. Ну просто есть частота только снайпера, есть частота Дельта. Ну возьмите общую частоту для снайперов, которую вот снайпера. Ставил, Дельта что-то не хочет. А чё у вас домик делал, вас сказали? Где Лео? Сейчас Доник. Ой. Здрасте. Ау.
Вот и взрывчатка. КВ проверка. Что за трупы? Это воля божья. Кара божья, если бы точнее. Слышно, но в ящике гранаты есть и подстрел. Мне кажется, нет, ну, ГПшки, снаряды, все такое, есть медали. Я РПГ. А что, мина есть? Никто не в курсе? Мина есть, в ящике в этом. Не пугай, а что цель? Мины? Во, что случилось? Нахера давать БП эти? У них же отдача капец. Это ё-моё! Взрывчатки берите. Так, у нас всё про всё есть минута на сбор. И выдвигаемся. Стамина есть, никто не в курсе. Мальборо где вы? А мы тебе пешком? Кто трубу хочет взять? Что с Уралом сделали? А мы тебе пешком? Вот это тайкол. Да, у него ХП на 1%. Труба, и короче, лучше не садитесь сюда, лучше не садитесь, бабах. Ребят, ты сядьте, газоните. Говоришь, что вопрос. В коробке труба. Опа, нифига. Значит, пешком пойдем? Да, да, да. Да, пешком. Мальвара, мы пешком пойдем? Все, выдвигаемся. Алло? 260. Да, двигаемся 260. Один. Замечательно. Да, готов. ПЗ, ну что, на полном будем бегу или заэкономить? По-моему, здесь нет стамины, так что... Нету, да. Здесь нет стамины, стамины не было, по-моему, просто нет. На я моей... Я пока ПЛАшку не использую, да? Потом используется или как? Потом. Угу. Ну, тоже мы сейчас будем. Нет. Даже, может быть, не щит. Это, в зажим не стреляйте, у вас прицел не был улетел. Тут патроны такие. Говно. У меня вал. А, ну. Это тем, кто с калашами. А, кстати, мы же СПН. Чё за дорога тут? Дорога? Я не понял. Это не дорога, Паша. Да не, мы прошли дорогу, я... Ну и этот, медик полностью. Все нормально. Мальборо, у меня 20 ГПшек. Чё, буду обстреливать их? Он, кажется, ко мне добежит. Ляжет. Я могу пошутить, Питер, что не добежишь ты, потому что ты самый толстый. 20. Нет, ты, у тебя РПК и труба. И вот не надо, я походил на 2 кило. Всё. Перед играй. Перебежали, да, столица белая пошути. Да там, где, короче, умирают. Молоко. Козлочек, GPS есть? Нет. А, ну дать? Хорошо было. Или сам. Закрой глаза. Открой рот. Нифига там моделька классная. Письма на амбу. На телефон похож. Двигаемся дальше. А кто же GPS с бутылка? Это хаты Махус. Какой-то симулятор бега. У меня симулятор перезает. Вы слышите? Сейчас у меня ГПшка пролетит в тебя.
Окей. Она не взорвет. Я слишком близко. Понимаешь, ты когда обоим будет больно. Я СПН, я не использую НЭшки, кладу в карман. Это вас в этом стройбайте лучше выкидывают. Ты зарядку посмотри. Азима 210, двигаемся. Что это? Жена. Корректировка 200%. Мне кажется, у меня сердце. Бывает. Если мы начнем падать в обморок, можно в следующей миссии бандера убить? Можно. За что? За такую миссию. Глянь, тащить на себя центнер. А там стимины не было. Заметь. Там, погоди, когда... Какая миссия была? Когда мы же туда? Первая. А что нам было делать, я уже забыл. Ну, ночью было. А, где именно собрался? У меня в глазах темнеет, вообще. Так, все, остановка, отдыхаем. А я вообще не устал. Давайте еще 50 км побежим. Как репитер без велосипеда. Походу есть. ТЗ, подсохнет на нас. Сейчас. Чем я два медкита, у меня нет медицины, окей. Что там на нашем респе пахнет? Что это за... Зуха какая-то была, или БМПшка. Это, наверное, Урал был. Мы еще только тут, ПЗ. О. Да? О. Ну, пока БПЛА тоже не думаю, когда будет подходить, уже использую БПЛА. Я написал приемный комментарий Бонзаев в ТС. Баны за использование ТС. Мы можем на очень маленьком ходу двигаться вперед. Давайте сделаем так и отдыхать. Это же кровь не звучит еще. Ой, не. На медленном. Или все отдохнули уже? У вас тяжело в жопе или че? Какая-то бомбанула. Это на востоке. Я понимаю, да? Че, не на рандом будет? А че там за война? Это... Не знаю. На востоке. Ты отдохнул? Да, более-менее. Все, побежали. Не на двойном, на медленном беге. Но на обычном. Надо запрятаться. Чтобы а еще у меня там Паша. Какая-то дичь. У них походу ЗУшка есть на Урале. Ну, по-моему, еще миномет, да. Есть, не знаю. Так что, господа, с РПГ-хи сильно не тратим техникам. Угу. Паш, пойдешь так же в окошко, короче? Ну, возможно. 5-рублевую монету. Это не Зуха, это БМП? Или это Зуха, БМП? Зуха, точно Зуха. Зуха. Это плюха. Что за оружие? Калаш. Что, устали? А, ГПшек у тебя дофига же, лучше да. Перевес. А, там, нет, не на медленно. Не Зуха. На медленном. Зуха дольше заезжает. Идем на медленном шагу. Мальбро, слышишь? Я тут взрывчатку. Там техника уже есть, не? Все, пошли. А, может, под ДВС связаться? Спросить, что там ДВС. А у кого ДВС? Ну, можно по КВ. А, ну да. Зуха был ПЗ. Девушек не было, не вот. Чего? Там внутри их. Я просто за двойная бешеная идет, трассера видно, е-мое. Ну пусть воюют. Че? Мы придем, взорвем. Почему-то оборона стоит. Могу бы палашку использовать, указать цель. Это паеха и гольф стали. Чего-то тут на калиберного. Зато не по нам, все. Это все, что хотел сказать. Мы зато на фрагаем. Да, это их проблема. Когда ФЗ задает человека, и вопрос. Я аутистом назвал. Не, он сказал, что аутизм не лечится. А потом Паша заболел себя. Он сказал, аутизм не лечится, то есть не надо.
Он просто факт, короче, сигналось. Связан ни с чем. Т, значит, тактику. Да. Д, значит, тактика. Паша по звездам, походу, ориентирует. По солнцу. Днём не бойся. Красиво небо. Ну что, отдохнули? Я, да. Кто-то устал. Все, побежали тогда. На обычном? Да, на обычном. Да. Нам еще воевать. На самом деле это хорошо, что ты понимаешь, мы отбавили. На 180, кстати, двигаемся. Если кнопку залить водой. Минимальная это, калибровка у РПК 400. Класс. Ну, нормально. В лесу на 50 метров. Нормально. От бедра. От бедра. Не надо. На випочках калибровка такая же. 400. Набрать. Нормально. Обожаетесь. Это я с ухода стрелял, короче, в БТРке, короче, а у меня стояло там метров 600 на FPG-7. Я просто наряд улетел в небеса. Я так чувствую, мы будем в одиночестве штурмовать. Это колдеры, да. Нафагаем. В РВ-3 такое расстояние быстрее в два раза проходится. Какой-то страйк, не знаю, вообще. Да, с ножом вообще. Это рай? С ножом. Нет, там просто расстояние по-другому чувствуется. Смотри, если бы это был рейс, по крайней мере, раньше, там было когда жопа вообще более реалистично. Там 20 минут прибежал, уже устал. В глазах темнеет. Так, все, сбавляем скорость на медленно. Гомосексуальный. ПЗ, обнови метку. Точно. А, нам немного, там километров. Желательно красную. Там что-то разорвалось. Офигеть. БМП стоит, БМП может. Да ну нафиг БМП, ни за что не поверю. А что там стоит БМП? Они что, выезжать могут или не ходить могут? Где там это? Да, у них БМП? ПЗ, используй ППЛА, нет? Охренеть. Подойдем поближе, да и будем юзать. Он одноразовый как? А, пока... Просто собьют его. Пока суть до дела, можем почитать заметки, брифинг, техники. Нет. Потихонечку двигаемся, наверное. Когда что у него стыкнет БМП, что по ним стрелять? Бат-бат-зай, всё. Инок техники нету. Потеряй, нет. Вот. Теперь наши брифинг, а их. Ну если стрелять, значит живой еще кто-то есть. Спикер, не носись. Вот спитер по-любому даже десятку не взял. Спитер, ты забыл? Да, наверное. Нет. Давай убьем, проверим. Ну вот, бесполезный член отряда. Командир. Не расстреляй, будешь вам говорить. Главный. Я парень. Могу одну взрывчатку дать, спитер. Я стреляю. Я забанил. Нет. У меня их две. Уже тяжелый какой-то пошел. Берешь, я тебя возьму. Там как будто танки стоят. Да. Да, я реально там. У нас по кругу так. Всех по кругу так. Не выходить могут. На также можем. Ну что, отдохнули? Такое. Так, ну отдохнули или нет? Ну да. Наверное. Я да.
Ну все тогда на опять на метровом. На обычном беге. А шагом и если просто стоять, там скорость отдыха разная или это почек вообще? Ну, пешком эти отдыхают. Отдыхает-то понятно, но скорость хочу узнать отдыха. Не есть, знаю. Есть ли такая опция вообще? Войди, насколько я вон сейчас, я потом... Так, остановку сделаем, я посмотрю карту. Ибо мы что-то, по-моему, уже рядом. И мы можем на шепот перейти. И общаться с Чайского. А пожалуйста, бускрик из какой-то. Память на жестком уходит просто. За секунды. По рапсам пишешь? Не, бабзикам. У меня тоже есть. Так, у меня поменьше будет. Так, все на шепот и двигаемся. Двигаемся на 140. Ну да, там 60. Как на шепот перейти? Контратап, контратап. Там переключается, высвечивается, что включено. Хорошо, принял. Сейчас предельная внимательность, здесь может враг быть. Подъёбки. Это не выходить могут всё-таки, да? Да. Ну как ты догадался? Сейчас до изгиба доходим, и надо БПЛА юзать. Мы на изгибе. Юзаем БПЛА. Спит. UAV. Так, ставлю на поляночку. Ну что там, как? Пока периметр все смотрим, пока по кругу. Питер, коннект с БПЛА есть? Я лагаю. Кто с кайка не ушел? На шепот поставили все. Не-не-не, Инна лагает, а не фризит. Это интернет. Мы уже все добавим. Цепочки нету? Цепочка желтая. Че может пройти? Ладно, желтая не так страшно. Так, база, которая... Ой, не, впереди наш шепот. Спитер, что там видно? Перейдите на шепот. Спитер, ты живой? Кто видит Спитера? Ща, я видел, где он. Он там, наверное, в роли нашел. А если что, база у нас на 80. Вот сейчас я говорю, короче, в бункере на базе враг стоит полный рост. Так, альфа, прием. Я не только, я сейчас подойду. Можешь меточки давать? А, позывы дальше подвинулись, да, на юго-восток? Ну, мы рядом на этой метке практически. Выше по склону подняли. Стоит БМП-ха. Метку на него. Так, это снайпер вышел, помню, КВ. Ставлю метку. Всех убили. Понял, пока же, да. Всем пизда. А, примерно метка на БМП стоит. Понял. Даже пассив. Ну понял, направление поняли, откуда ждать, если что. На базу, да. Там у тебя теплак есть? Теплак есть, да. Отлично. Смотрю, смотрю. Ты посмотри ближайшие подходы к базе. Мы же там в кустах кто бежит. Да, наша, между нами и базой посмотри, кусты. Снайпер, ты на себя метку можешь дать? Я на позиции, снайпер. Понял.
начинать работать уже? Что-то Николая не вижу. Пока нет, рано. Николай, ты есть? Так, в бункере буду метки ставить. Упс, что это было? А что, на КВ не вышел? Ну как с Питерсом, что видно, что? А, смотрю, пока ничего не буду, не вижу. Ну, я вижу бункер, но не понимаю, где он, то есть дополнительно постройки. Я говорю. Понял, ты тогда сиди, жди, тебе надо будет идти на 80. Мы выдвигаемся вперед, ты пока летай, смотри. Сейчас двигаемся вперед. Двигаемся вперед. Аккуратно. По сторонам смотрим. Подходим к забору. Если техники нет, ломаем забор. РПГ или взрывчаткой. Там разрешим. Входим на территорию и, скорее всего, нам придется вариант шахида делать. Брать в руки взрывчатку и подрываться. А у нас есть РПГ. Или бросать. У меня есть две взрывчатки. Ну да, или за РПГ расстрелять. Они, походу, в здании пункта находятся. РЛС. Здание видите с окнами, туда РПГ-хи можете зарядить, если не видите этот цель нашу. Ну потом. Стал метка, так, один стоит на ходе еще. Вот эти. Смотрю. Так, это выглядит, вижу, бежит это. И посмотри на вы. Ну мы подходим. Хотя там один человек бежит. Из бункера один уже. Еще один рядом, по-моему, лежит. Вы лучше говорите, какие они перед тебе займут потом. На базе есть свои. На базе свои же нет? Нет. Все понял. Вертушка. Метку поставил, по-моему, там два врага было. Понял. Сейчас загпшу. Все, военные. А наш на дороге есть? Да, все. Один, они не бежали. Точнее, один лежал, один бежал. ДПШ. Видите, Кьюго от вас немножко отошел. ДПШ это кто? Не вы? Мы. Рядом ГП за меня упал. Хорошо, ГПшки заходят. Пишет, БМПХ катают. Это плохо. РПГшники готовьтесь. Но по радару там две техники, вижу еще одну. Сейчас снайпер работает, меня спалили. У тебя еще и радар? Да, а у меня радар еще. Охренеть, читай. Пехота вперед. Сейчас, блин, у меня немного кто нажал. Двигаемся. Стал прена, где БМПХ в этот раз переехал. Да, цели в ангаре с двумя входами, синие двери. Большая скамеколическая ангара. Они там. К вертушке подошли. Так, вот так работает, вижу. С другой стороны. И там еще рядом, еще одна, по-моему, не БМП, а что-то. БТРК еще 90. РПГшники за территорию ждите, пока. БМП едет прямо по дороге. Из севера. Готовьтесь. У Мишки пока ждем. Поставил метку на БМП, а там где-то БТР. Она срезать будет, поэтому готовьтесь к выходу. У нас с севера она сейчас пойдет. Поставил метки. А огонь свободный? А БТРка прямо на точку уже катается. Это на точку. Да, вижу, вижу. На попробуй востоке. Забор сломать. Снайпер поднимается к вам. Поставил. Попробуй на... БТР на юг поехал оттуда. Сети. Катает. Там где-то человек еще лежит. Я за ним. Сейчас забор и дырка будут. К забору не подходи. Есть. Блин. Терпите, я близко. Я его. Только приехал. Паша так четко в голову.
Паша, что ты такое? Ой, это там рюкзаки. Рюкзаки гребаные. Варю, что сам умер. Что, бета взорвали? Мир. Да. А где Лариус не снес? Он забрал. О, сейчас будет стрельба. Какая прелесть. Спикер елки аутирует. Я все-таки успел сказать, где там народ тусуется. Спитерчик. А чем у кого микрофон залез? Там беспилотник с подъездом, с подписками, на нем какое-то оружие есть, понял? Там он. В армии второй очень криво все эти беспилотники работают. Лол, ну если блин, надо было поездить, честно говоря. Ну я же говорил на брифинге, типа возьмите, кто-то его взял, потом сказали, что он баганулся и сдох. Нет, сказали, что он просто баганый этот беспилотником себе. Ну я бегал, кто-то сказал, что он сдох. Не знаю, на чё он годится, это подсветку дали. Лол, а почему? Ну это такой. Смотри, смотри, что за аутирование происходит с БХ, пацаны без РПГ просто не знаю, что делать. Ну так понятно. Вон, там лежит трубка. А скрипт здесь есть это, где ну, гранату бросили? Это... Ой, военному вообще повезло. Да, он пробежал. Подожди, что-то улетит, что-то улетит. Созданник что-то спала. Созданник знал, блин, что мы не будем знать о том, что БХ. Так и чё, вот он. У него чё, нету взрывчатки военного? Вот нет, конечно. Нет. Смотрел, что там, как там, как, где, какие триггера стоят. А не давай. Ну, это недолго. Ты делаешь военный, пошел за мной уже, или у меня нет ничего. А как, ну, а что? Ой, ты из чего в нее? А, это просто граната? Это граната обычная. Обычная. Ты сдох, да? Да, ты сдох. Убить. Жестко. Спитер на БПЛА залипает. Да? Нет, на БПЛА залипает. О, вот это БПЛА. Нет, если что-то попасть. Ладно бы еще какой-нибудь этот, который Q какой-то там. Он, ну он еще для наблюдения более-менее может сойти, а чтобы вот ракетами с него стрелять, я так и не разобрался, как это происходит. А он и не стреляет. Не, вон у меня подвески. А чё, всех наших перебили? Нет, да. Короче, надо, чтобы другой кто не подсвечивал. Ну, блядь, есть, понял? Ну, я тоже офигел. Мы бежим такие по полю, короче, нас бэха выкатывают, вот такие. Это же не слышали. Что ты на этом БПЛА можешь либо светить, либо пускать ракету. Всё. Ой, я ещё не попал. Светить ты это, лазер он просто по корпусу вперед светит. Да. А я тебе не попал в голову? А как он выжил? Сейчас. Единственное, чё, как я смог заставить этот БПЛА убить какую-то там БМП в редакторе, это вот прямо заставлять его лететь на эту БМП, именно в редакторе, чтобы он сам летел, он потом сам ходил на нее и стрелял. А посмотрите на БПЛА. Hellfire. Да, я говорю Hellfire. Только... Нерабочие. А, нет. Окей. Печально. Вот в третьей армии сидит удобно без пилота. Блин, а что ты бегать, не знаешь, что мы делаем. О, да, я убил его, ей. Лола, куда она уехала? А еще у этой штуки нету стабилизации камер. Стабилизация камеры работает только когда ты зайдешь внутрь него стрелком. Наводишься на точку, и у тебя стабилизация камеры на эту точку работает. А так у тебя камеру трясет, как будто ты там... Поза. Чё?
Вы классно зашли. О, я через поле. Не, мы... Ну как еще? Не, на самом деле, Паш, если вы быстрее зашли, вы... Да, вы бы все взорвали там. Потому что они сюда не стянулись, когда вы, ну, подходили. Да я не понял. А Банзай тут-то нет? Да, тут. Ты делал вот это вручную, ребят, какие как бы объекты все строить ставить. Так это дефолт. Да? Нет. То есть ты все просто прописывал? Не дефолтные, вот это не дефолт. Он часть ТД делал. Когда я делал? После перенес 2D. Ой, я сейчас поеду. Все, сейчас там вроде 1000 БГ было у людей. По две на отделение. Вот, военный. А вот сейчас может вот слева заборчик обойти. Тут что-нибудь начало. А, да? А, да, так, он сейчас тогда... подобрал там. Куда ты побежал, там СВДшник стрелял, придурок. СВДшник с горы стрелял, он с горы, поэтому да. Он туда и под да. Забор побежал. А обойти вход инфу дают, потому что он... Не видит. Убей! Я бы с военного сейчас тупо выбежал в бэху и суициднулся, отвечаю. А его бы это... Ну, в смысле... Она не смотрит на него. Она не смотрит на него. А он так и делает. Сейчас прайс его, сейчас его прайс. Он так и делает. Стреляй! Отлично. Всё, мы проиграли. А, ещё он спит. А, батл тоже считает, небось? Нет. А, вы и спит. Вот, всё. А, да. А, ну всё. Кого? Банзай. Бонзай! Такой, я говорил, всё, я убил Бонзая, я убил Бонзая. Умница. Чего все сдохли, сидел бы? Лучшая была... миссия, блядь. Кого я обещал. Я обещал, ну, что... Ну, не худшая, но это, пожалуй, очень плохая миссия. Не, ну реально было жестко, потому что техники просто ничего не... Мы не ожидали. БМП тут лишнее. Офигенная инфа просто двум отделениям. Они не могут выходить из зоны. Да. Я говорил, как обычно, блин. Так я смотрел первую редакцию этой миссии, они не могли выходить из зоны. Ну вот. А ты это, блин, говнюк, блин, а посмотрел на меня и были пристрелил, были БМП и БТР? Ладно, вверх. Ну, хотя бы полетал, побухало. Да. Смотрел на себя в угола. Бля, опять микрофон залип. А чё взрывало? А с Дэника взрывало, взрывало, да не взрывало. Кто ко мне пытался сзади подойти на горочке? А? Вот сам. Раздойник, свободный выбор. Да? Ура. Ура. Что такое ПМПД? Экипаж 90. Экипаж 90. А, блин, нет. Каждому человеку, когда эту миску включаю, надо обязательно. А что такое? А что такое ПДМБ? А что такое? ПДМБ. На чем летают? На чем летают летчики? На Ми-8. Ясно. Такое. Ладно, брош, какая команда? БЗ больше не хочет умирать, пошел за хаматом. Я тоже пойду за броню. А кто в итоге? В обороне тут тупо крас... круто. You don't even know. How to play. Да неизвестно, круто, не круто. Паш, я уже играл. Случилось? Я дисмаслил на броне 12 человек, когда играли. Николай. Очень много масла тут. Что случилось? Чего там отделился? Я заблудился, мне сказали на восток, я пошел, потом на это вышел. На бэху. Кто все-таки там к бэхе подошел? Я подошел, ну прям близко. И прям минировать хотел. Я из базуки хотел стрелять, не успел. Я не знаю, что у него было столько шансов стрелять, он не стрелял, я не знаю. Я в него на мопла смотрел, в поле стояло. К ней там подошел один пехотинец. Класс были холфары, чуть не стрелял. Там не было хеллфайра, только лазинцель указатель. Там были подсветки, подсветки хеллфайра, не гони. Я видел, смотрел в спектакле, у него на подвесках были хеллфайры. Чё? Там был только лазинцель указатель. Да, вот. Они были. Для кого? Что-то люди повыходили. Ну.
ПЗ что-то как-то не начинаем, мне кажется, по балансу. Баланс. Давайте там седой и радость моя за атаку идут. Как одиночки. Так, а тут всего. А кто атакует-то? Да, 13-15 нормально. Седой. Красные атакуют? Да. Да. О, тогда я это... туда. Седой. А, ну, а все нормально. Нормально. Ну, нормально. Все, стартуй. Да-да. Ненавижу желтый. Хотел бы зеленый. Фиолетовый. Ну уже понял. Фиолетовый, как волосы бабушки. Мальборо. А что случилось? Почему отделение положили? Потому что БМП появилось. А у вас что, не было ничего против нее? Было, но я даже не думал, что там БМП будет. Потому что нам говорили, что никого не будет. А потом смотри, что-то взрывы, что-то все срываются. А где этот авианосец? Хесань? Что? На юго-запад. Да, Хесань. А как мы туда? У вас есть вертолет? Вертолет. И лодка. Да это самоубийство. Почему это работало? Значит, работало, да? Для тех, кто не успел на вертолет, у берега есть лодка. Но лодка умрет. А вертолет тоже умрет. Лодка там не заберется. А что, доиграли уже? Я играл, да. Там, короче, на этом авианосце еще дофига контейнеров. Ну что, все, начинаем? Угу. Нужен пропилот. Утаться. Аллаху Акбар. Прекрасно, я не проделал. А где утас? Утаться? 5 SD. Я без оружия, господи. Вы меня сейчас... Ящики, слава. А. Херовая, ну какой-то. Ух, япона, мать. Я вот так сделаю. Тут осветительное, вы шутите? Здесь нет фугасов. Я уже обрадовал. Пожалуй, выкину. А, здесь есть один фугас, окей. 6 штук. Чё-то стволы не очень. Ну так-то да. Ну у них тоже, у них там Сайгар. Это же Глоки. Вертолет с АГСом. С АГСом? Да. Это законно? Да. Что с АГСом? Лодки? Вот. Вертолет. С АГС. Один с АГС. Это ж мини восьмой. Да. Ой, да, один с АГСом, а другой без АГСа. С пулеметом. Стрельба на лесь, Пибан. Нет, не надо. А чё день? У нас был ночь, нечестный баланс. Ну что, прячемся? Почему нет дальше? Рандом. Кто там с оптикой? Забирайтесь на верх, на мостик. А, там... не сдохни, ты самый первый, чуваки. Нет, я там сидел, махлил нормально, чё проблема? Да, и на чём? На лодках, они и на лодках, и на вертолётах. Это на одном из вертолётов ПГС. Да. Чё они делают? Чё эти бутылочки? Вот это бутылочка? Чё это? Чё не понял? Какое классное место нашёл, я хер убит. Летят! Откуда летят? 40. У них эти ГПШ наверху, пацаны. Вы где? Ныкать. Хранище. Хурани, ребят! Где-нибудь стоят, на севере или на юге, я забыл? На 40, на пол 40. Тихо, небось, с юга. Севере, вот, 60 да, видно да. Уже, прям тут. Пацаны! Пилоты ломай, пилоты. Давай, еще один.
они разве не умрут об ударе облуды? По-моему, они сдохли. Так, ну это был только воздух, да? Сейчас еще на лобках прилетят. А, не обязательно. Не обязательно. А, один в вертолете сидит. Типа ниндзя. Где вертолет подбили? Вертолет подбили, куда они попадали? Походу, вертолет есть лычка, висит еще. На западе. Счет изи. Чё, все патроны на кстати. Попробуйте залезть вверх, можете ли? Они могут на лодочку. Так там на вертолете было человек 10, наверное, нет? Слышите, пацаны, пазы тут? Да. Это, руби, говорят, папа, что все, мол, все подохли. Лол. Ту изи, да, подбили. Ща голос сторонами махнемся. Да, давайте. Чё-то даже вообще не напрягся. Чё-то не почувствовал. Паш, давай я не штрафную. Давай я не посмотрел. Да. Лота чё-то со зрением случилось. Поменяемся. Поменяемся. Поменяться? Ладно. Да. Думаю, сейчас успею войти. Ну все, сейчас... У вас это, на вертолете ГСБ, чего вы не испытываете? Я такой, когда в ЧВХшу, да, смотрю, вертолет садится. И такие бывали вот что-то все какие-то, я просто, ну, отбирался. А ГС пилота? А почему, кстати, я сел, я пилот, нормально выжил, все мертвые выпали. А я вообще веснулся в аэропорту. Потому что вертолет упал. В смысле упал? Я его посадил нормально. А, воду. Вообще-то... Нет, я вообще-то первый вертолет был, который... Там ГПшка прилетела. Я его посадил, и там слева враги. ГПшка вам прилетела, я говорю. А почему ты убила все, кроме меня, как всегда? Корвус! Пилота не убивают. Че ты за синий? Вообще-то я за красный был сначала. А, ну ладно. Паша? А, я двоих, кстати, успел убить. Что остальные, что они? Ты добить успел двоих. Паша, расскажи. Нет, смотри, я, кстати, на них первый вышел, не надо. Ой, зазря, ты сказал, сейчас будет. Питер, это ты из-за ящика выглядывал? Я в ящике был, вываливайтесь, я понял. Я на тебя с Макаровым выбежал, что ты испугался? А мне понравилось. Не, кончились патроны просто. Кто сидел в вертолете, типа, не палился? Короче, поехал. А? Стой, это, раскидай их за ворот. Паша, который сел? За атаку. А я не знаю. Паша, начинай. Кто ФКшит за... А, нет, он за вас был, не знаю. Сами зайдут. Даже не успел слово занять, а? Там еще водочки есть, там... Водочки. Лол, ну это был, конечно, какой-то... Избиение. Угу. Погнали. Не брифинга, да, ничего, конечно, загруз. Избиение. Да, конечно. Так, нужен брифинг, пацаны, лол, пал. Какой брифинг, ты че? Какой брифинг? Когда еще берем... Было сделано, наверное, за полчаса. Брифинг, лол. Это просто поставили человека и сказали ему атакуй туда. Сейчас я сыграю еще разок и пойдем. Как быстро это закончится, Лис? Оптимист. Лут! Лут! Говно лут. Да я вам сейчас говорю. Блять, который... Все, я нафиг, я на пулемете буду. Меня ломает. Я сейчас тебе ноги сломаю, не надо. Я тебе еще голову сломаю. Пай, один на один. За гаражами. Один на один, я с Гони, короче, замени. Бинокль выложил ящик, кому нужен. Полетит. Бинокль. Бинокль не успел, кто стрелял мой бинокль? А подождите, в какой мишке это, которая гранатомёты? Вот в этой? Ну, все. В этой? Ой, вау. Я, чё, все в одном, что ли, летят? Ещё нет. Это лезет. Я сесть не могу, лол. Давайте во второй тоже. Кто бота убивал, пацаны, вылезьте, вылезьте. Вот, кто вылез, только что, человек вылез. Реабилитируйте, пацаны. Вот, я тебе... На, нет. Второй пилот. А, чё, да, только этот дают, да. Лом, чё? Ты потал. Ну, тогда у нас, наверное, нет, сейчас можно вылезть. Этого Вествуда надо реабилитировать. Я не медик. Подождите, так, что делать? Не, реабилитировать, просто, да? Типа, он своих убивал. Здравствуйте, пацаны. Я не понял, а что сделать? Там на М, вот, через 20 минут. Вот Вествуд тебе нужен, а, ну ладно. У меня нету таких опций никаких. А, ну, а, дай я на пулемет. Пусть застрелка сидит этот, Так, так кто это делает, а? Я ж не зря занимал стрелка. Кто стрелком сидит вниз? Пусть следующий залезет. Так он и был. Все, сами все народ полетели. Паша. Давай, кто-то снаряжет.
Нам наглую, короче, подлетай на эту прочекай воздух, все, разобьемся, не разобьемся. Нет, надо прилетать крючком к этим. Крышу расхерачили, а то у них два. Я вышел на них, они летели на меня бочком. Я даже по ним стрелять не стал. Это, Гонза. Да-да. У тебя гранатки же там, да, заряжены? У меня пулемет. ДС должен быть. Нет, пока... F нажми. Или на что? А, да, есть гранаты. Во! Все. Ложи прям палубу, прям. Да-да-да. Там, где высаживаемся, все будет. Островок, крышу острова. Мы его водим. Крышу, да, и этот. Кроме что я... Мы зависнем рядышком, мы с ДС обработаем его, а потом поближе. Опасно, опасно. Нас расстреляют. Расстреляют в любом случае. Короче, там скажите, когда на корабле будет пролетать, я прыгаю со сломанной ногами. Не, не, не надо, не надо, ты что? Ты что, ноги сломали? Не, ну я на всякий случай хоть это пострелять успеть. На всякий случай, ну это тысяча метров до Кисэма. Не, я говорю, я буду десантировать, если вертолет на нас прилетает. А мы немного... Гранатами забрасывает урода. Это свой, да? Свой, свой. Потом в гараж стреляет, хватит. Понял. Дебил, не надо. Бля. Всех ноги. Как вам, бля? Свои, свои, мать твою. Это не свои? Это не свои. Свои, мать. Это точно не своих. Лестница не пробивается, чувак. Ты там живой? Thank you.
У вас по-другому? А, да нет. Ну мы-то вас... хоть высадились, повоевали. А вас-то там сразу приняли. А я два раза за оборону играл, не плевать. Слышь, ох. Сука, блять, как меня бесит эта сраная миссия. На горе всего нуляшка, только здесь только... Воевать не... Сдоник прям заливает там. Воевать не разучились, по-моему. У нас Доник КС на базе армы. Ну да. КС, слышат друг друга, сейчас будешь, да? Эх, куда? А с Доник, блин, вообще жесть. Быстро. А кему не надо? Фак из ГНО просто. Он сюда не вышел. А, не вышел. Сильно широкий. Кость широкий. Лол, один добивал трупов? Убил. Я убил. Пока, Рома. А он еще живой. Лол, так Газдоник выиграл пацанам миссию. 10 из 10. Да. Я выбежал на него, у меня патроны в дробовике кончились. Корвус я без ног или один раз поздно. Выстрелил, все. Не знаю. Ты еще не ловил. На него американец бежит. Заби... Блин. Тебя сейчас минус еще даст. Газдоник, давай! Савельчик лох. Кого? Корвус убил или кого? Русфокса? Корвус без ног на вышку лезет. Красный, с дробовиком серьезно на вышку. Русфокс служил. Это я по нему стрелял или нет? Нет, я не по нему. Чувак был, я его убил, нет? Русфоксу надо сейчас замаслить Аздоника и мы выйдем. Нет, нужно Аздоника замаслить и Русфокса. Не-не-не. Нет, да. Что а нет, вы уже? А? Лол. Тормоз. Повезло. О май гад. Аздоник просто мега бот, я не знаю. Да не бот, он просто Крузфокс не может. Как этот Корвус? В смысле не убил? Вы чё? Ну а чё ты его не убил тремку? А чё кодок в сознании? Я без ранки, я его не смог, по нему даже ни разу не попал. А кто выиграл? Всем трупов, всем. Симирык, симирык. Просто Аздоник мега бот, я не знаю. Аздоник на ботом вышел, блядь. Ну да, Аздоник, ты там же какой-то вообще скачал. Это просто вообще забыло адреналин. Чё, кто выиграл? А, всем оборона спасибо. Проиграл. Пойду покушаю. Да, да, да. Пробовите. Всем спасибо. До свидания.